Вітаю, пане Камила. Вітаю, пане Камила. Thank you.
Yeah.
Раз, не получилось. Хорошо. Да. Да, ставим. Oh,
Посвященный Нитянанде Прабху. And he was
shouting, roaring like a lion. Гром, как пел, он прямо рычал, как лев. And making us all sing kirtan with the top of our voices for 6 hours. Заставляя всех нас во всю силу петь в течение 6 часов киртаны. And he was swinging his walking stick around his head like this. And bouncing off the Vyasasa. Просто вращал в воздухе вот так и прям подпрыгивал на Вьясасане. The sister. Sadhu Sampraya gives a deep sanskars, vicious sanskars, deep impressions that incline us towards the activities of bhakti. Sadhu Sampraya оставляет очень глубокие самскары в сердце, vicious samskara, которыми мы потом движимы в нашей практике бхакти. Мы становимся движимы этими самскарами. Oh,
kirtans, Asila Bhaktana Thakur, Asila Naradamdas Thakur, Asila Lodjendas Thakur. Всегда по эти киртаны написаны Шрила Нарадамдас Такуром, Шрила Бхактивинода Такуром, Лоджандас Такуром. If you want to be a Vaishnava. Если вы хотите быть Вайшнавой, всегда по эти киртаны. Otherwise you cannot be a Vaishnava. Иначе вы не сможете стать Вайшнавами. Because a Vaishnava is a person who is always relishing the bhavs of his purva acharyas, previous acharyas. Vaishnava — это тот, кто всегда вкушает нектар настроений предыдущих ачарьев, пурва ачарьев своих. Сознаменные бхавы вкушает. When I used to stay with my Gurudev in Keshavji Gaudiya Math. Когда я жил со своим Гурудевой в Кешавджи Гаудия Матхе, every morning we used to sing bhajans. Каждое утро мы собирались вместе и пели бхаджаны. And not everyone would go. Не все приходили, не все участвовали в ежедневном пении бхаджанов. One Vaishnava would go every day. Но там был один Вайшнав, который каждый день приходил. That was Gurudev's Gurudev, Шейшайи Прабху. Это был Гуру Бхай Шрила Гурудева, брат Боги нашего Гурудева, Шейшайи Прабху. He was very advanced, very qualified, very humble. Очень смиренным, возвышенным Вайшнавом. And he had very deep taste in all these bhajans. У него был глубокий вкус к этим, сильное влечение ко всем этим бхаджанам. And he used to sing from the core of his heart, weeping. Он пел очень искренне, с глубины сердца, рыдая при этом. You can imagine how advanced he was. When my Gurudev went to see Srila Prabhupada in his last day, when he was about to leave. Чтобы вы поняли, насколько возвышенным Вайшнавом был Шейшайи Прабху, когда мой Гурудева отправился навестить Шрилу Прабхупаду прямо перед его уходом из этого мира. Если кто-то из вас видел фотографии или видео Шрилы Прабхупады в те последние часы, то уже он был неподвижен. And when he saw my Gurudev, they were having very beautiful talks. Ну, когда мой Гурудева приходил, то начиналась сладкая беседа между ними. And you can hear Srila Prabhupada say, oh, did Шейшайи take sannyasi? И во время одной... 1977. В 1977 году есть аудиозапись, где Шрила Прабхупада спрашивает Гурудева, Шейшайи Прабху уже саньясу принял? So, 20 years later, he still has not taken sannyas. 20 лет прошло, и до сих пор Шрила Прабху не принимал саньясу. But I could sit with him every morning and sing these kirtans and listen. Мне посчастливилось, что каждое утро я мог сидеть рядом с ним, петь и слушать эти киртаны. So, one morning I didn't go. Однажды, одним утром я не пришел на бхаджаны. Because I wanted to chant more japa. Я хотел почитать больше джапы, больше кругов. And Gurudev came to the temple and he looked. Гурудева зашел в алтарь, посмотрел. Where is Prembhraja? Заметил, что Прембхраджана там нет. And then he found me. И потом он меня нашел. Gurudev said, why are you not singing bhajans this morning? И спросил меня, ты почему не поешь бхаджаны сегодня? Oh, Gurudev, I was chanting and remembering some katha. Oh, Gurudev, я так завоспевался, что я там пометал катху одну и воспевал. Then Gurudev, he gave up, he said, да. Gurudev сказал, ну я сдаюсь, ну ладно. I wanted to make you into a Vaishnava. Я хотел сделать из тебя Вайшнава. It was so heavy. Тяжело переварить. But from that moment I could understand the importance of singing these kirtans every day. Трудно было переварить услышанное, но все же с того момента я проникся этой идеей и понял, насколько это важно петь бхаджаны киртаны с вайшнавами. You can sing them in the shower. Можно петь, когда моетесь в душе. You can sing them in your sleep. Во сне можете петь. You can sing them when you're walking all the time. Во время прогулок вы можете, где бы, что бы вы ни делали, вы можете петь. And by this you are associating with
All our great acharyas. То когда вы поете эти баджаны, вы этим самым общаетесь со всеми нашими ачарьями прошлого. And your heart will be neat and clean instead of full of trash. Сердечко станет чистым, блестящим, таким сияющим, не будет таким забитым мусором. Understand? Понимаете? So we sang Nitai Pada Kamala. Мы спели Nitai Pada Kamala. Sinatana Thakur is saying, oh, the lotus feet of Nityananda Prabhu, they are more cooling than millions of moons. Sinatana Thakur поет, что лотосные стопы Nityananda Prabhu, они прохладнее, чем миллионы лун. Without the mercy of Nityananda Prabhu, no one can attain the service of Radha and Krishna. Не заручившись милостью Нитянанды Прабху, никто не сможет обрести милость Радхи и Кришны. So I'm holding on very tightly to his lotus feet. Поэтому я держусь очень крепко за его лотосные стопы. Say somebody nahi ja brita janma ke lota. If someone has no relationship with Nityananda Prabhu, then his life passes completely in vain, useless. И тот, у кого нет отношений, связи с Нитянандой Прабху, он ведет бессмысленный образ жизни полностью. You know, sometimes people, they have a dog who is very well behaved. But sometimes there's a dog who is very badly behaved. Иногда у людей есть собака, которая очень послушная, но у некоторых есть непослушные питомцы. So Nartanda Stakur said, those who have no relationship with Nityananda Prabhu, we cannot even say they're like an animal. They're like a badly behaved animal. Там даже такой говорит, тот, у кого нет отношений с Нитянандой, такого человека даже животным не назвать. Ну какое-то противное, вредное животное. If a person does not chant Jai Nitai, Jai Nitai, если человек не воспевает Jai Nitai, Jai Nitai, then he must sink down into the gunas, the low gunas, and be entangled in material existence. Ему придется скатиться в низкие гуны и вообще погрязнуть там в пучине материального существования, в самом болоте. And all of his degrees and PhDs and Sanskrit grammar or anything cannot save him. Or birth in a high caste. Никакие дипломы его степени, ни докторские, ни там звания, ни высокое аристократическое сословие ему не помогут уже. If someone will forget the lotus feet of Nityananda Prabhu, then he becomes intoxicated with ahankar, false ego. Тот, кто позабудет о лотосных стопах Нитянанды Прабху, он заблудится, погрязнет в своем ложном эго. Why do we have false ego? Почему нами движет ложное эго? We are affected only because we forget the lotus feet of Nityananda. Ложное эго оказывает влияние на нас только из-за того, что мы позабыли о лотосных стопах Нитянанды. Then asatira satukarimani. Then you accept that which is asat, temporary, to be permanent or real. А как только ложное... That means all the relations of this world, you think it's very important. But you'll see soon, you will die, everything will disappear. And after that, Mahavishnu will breathe in and the whole universe will be gone. And everything you were thinking was real was bogus. То есть вначале, то есть вот это пренебрежение или забывчивость по отношению к Нитянанде Прабху ведет к тому, что мы начинаем становиться движимыми ложным эго. Это, в свою очередь, приводит к тому, что мы принимаем асад, все временное, бренное, засад, вечное. То есть все эти отношения этого мира мы считаем очень важным, ценным. Оглянуться не успеем, как умрем, то Махавишну сделает вдох, все вселенные растворятся, и мы поймем, насколько все это было так важно. But if Nityananda will be merciful to me, then I will attain the service of Radha and Krishna. Если Нитянанда Прабху будет благосклонен ко мне, то у меня появится возможность служить Радхе и Кришне, его врача. So please hold on to the lotus feet of Nityananda. И, пожалуйста, крепко держитесь за лотосные стопы Нитянанды. Nitya Charana Satya, the lotus feet of Nityananda are eternal reality, and so are the lotus feet of those persons who are his sevakas, his servants. Лотосные стопы Нитянанды являются вечной реальностью, и также стопы его слуг являются вечной реальностью, его севаков. Наратама Барадуки, this Наратанда Стакур is very sad. О, Нитянанда Прабху, please make me spiritually happy. Этот Наратам очень удручен и взывает Нитянанде, чтобы тот
Сделай его радостным. How? Каким образом? By always keeping me close to your lotus feet. Позволив всегда находиться рядом с лотосными стопами. What does it mean to be close to the lotus feet of Nityananda Guru? Что значит быть рядом с лотосными стопами Нитянанды? Always immersed in Харинама Санкиртана. Это значит быть всегда погруженным в Харинама Санкиртану. If you see deities of Gaudiya, they are always dancing. Если вы посмотрите на божества Гаудия, они всегда танцуют. Anywhere Nityananda Guru is present. Even when Mahaprabhu was in Puri, if Nityananda Guru was doing kirtan hundreds of miles away, but Mahaprabhu would appear in his kirtan. Где бы Нитянанда Прабху не начинал свой танец, даже если Махапрабху находился за много там тысяч километров вдали от него, он тут же появлялся в киртане Нитянанды Прабху. So Nityananda Prabhu, his kripa appears in this world in the form of Sri Guru. Милость Нитянанды Прабху в этом мире проявляется в облике Шри Гуру. So then we sang Парамакаруна. There, Srila Lochan Das Thakur, he is saying that Парамакаруна. Парамакаруна Павудуи Джан Нитай Гора Чандра. This Gaurantai, these two lords are supremely merciful. Lochan Das Thakur объясняет, что эти два господа, Нитянанда и Горачандра, неописуемо милостивы. And Sava Avataras are Shiromani. They are the essence of all avatars. Они суть, эссенция всех аватар. And they are not giving a difficult process. И путь, который они предлагают всем, не является сложным. Кривала Ананда Канда. Their path is full of joy. Что их путь самый радостный. They're not forcing you to do silent meditation alone in a cave for 1,000 years like in Satyayuga. Они не вынуждают вас уединиться где-то в пещере и сидеть там тысячелетиями медитировать, как это требовалось от практикующих духовную жизнь в Сатья-югу. Sing, dance and take prasadam up to here. Вас просят просто петь, танцевать и наедаться по горло прасадам. So they are very, very kind. То есть процесс очень простой, приятный, и они чрезвычайно милостивы ко всем. So, all they ask is this. Все, что от вас просят. Вишайката парихари муки балу хари хари. Don't speak about mundane things. Just always chant the holy names. Избегайте праздных разговоров. Всегда говорите только о духовном. There was never anyone so merciful as Gauranitai. История не ведала никого более милостивого, чем Гауранитай. Only hearing their pastimes, even the Пашупаки Джури, even beasts cry. Слушай, о лилах Гауранитай, даже животные начинают рыдать. Birds weep. Птицы плачут. And stones melt. А камни плавятся. Hearing the mercy of Gauranitai. Слыша о милости и сострадании Гауранитая. So, Srila Lochan Das Thakur said, "Oh, I think that Yamaraj is punishing me." Srila Lochan Das Thakur говорит, мне кажется, что Ямарадж наказывает меня. For my own karmas. За мои проступки. Because I have not developed any love. Потому что очевидно, никакой любви Гауранитай у меня нет до сих пор. They are delivering everyone, but I've been left behind. Они спасают всех подряд, а я до сих пор тут нахожусь. He's also saying, ke jabe bhai, oh brothers, who will cross over the ocean of material existence? О братья, кто же пересечет океан мирского существования? There are 1,000 Kali Yugas in the day of Lord Brahma, one day of Lord Brahma. But out of 1,000 Kali Yugas, there's only one called Dhanya Kali. В день Господа Брахмы проходит 1,000 Kali Yug, но лишь одна из этих 1,000 Kali Yug называется Dhanya. So that is the blessed Kali Yuga in which Sri Chaitanya Mahaprabhu appears in this world. То есть благословенная Kali Yuga, во время которой Sri Chaitanya Mahaprabhu не сходит в этот мир. And he's taking everyone across the ocean of material existence. И берет с собой всех, помогает им пересечь океан материального существования. So if you want to cross, first you have to go to the ghat. Но если вы хотите пересечь водоем, необходимо подойти к причалу. So come to Gauranga Ghat. Давайте спустимся вместе, приходите к Гауранга Гату.
Everyone is coming. Все туда сбегаются. Jada andaratva. That means blind people, lame people, foolish people. Everyone. There's no consideration of qualification. Just come. К причалу сбегаются все: слепые, хромые, тупые. Неважно, кто ты. Прибегай на причал. And get on the boat. Ну и запрыгивай в лодку. What is the boat? Харинама дока кани. А лодка, какая лодка, корабль нас повезет. Харинама. The boat is Харинам Санкиртан. Харинам Санкиртан – это судно, на котором можно пересечь океан материального существования. And the captain on the boat is Шри Гуру. Капитан на этом. Гайдинга Санкиртан. Корабле – это Шри Гуру. Он направляет нас в Киртане. So if you want the boat to go fast, everyone has to row. Если вы хотите, чтобы судно двигалось быстро, надо грести. And so you see the oars on the side of the boat going like this. Весла. Все одновременно должны синхронизироваться. So this boat takes us to the local Vrindavan, and the oars are everyone's arms. Hari Bol. Я вот эта лодка, где нам Санкиртана движется, весла. Then the boat is going very quickly to Goloka Vrindavan. And if there's a good wind also, so then the wind, prema vatase, the wind of prema will come. So everyone has crossed over. Only Lord Chaitanya Thakur is saying, oh, the boat has left without me. I'm standing alone on the shore. But they've all gone to Goloka Vrindavan without me. Все умчались на этом судне на Голоку Вриндавану, а Лорд Чайтанья Тхакур стоит там один на причале и сетует, что все уехали уже, а меня оставили позади тут. So out of humility he speaks. Конечно же, это выражение его чрезвычайного смирения. But we should think, oh, all the Vaishnavas have gone to Goloka Vrindavan and left them all. К нему это не относится, как автору этого киртана, а к нам как раз это применимо, полностью актуально. Мы должны так себя чувствовать, что все вайшнавы уже отправились на Голоку Вриндавану, но почему я тут до сих пор сижу? Yeah, we'll be in C sharp again. Hari Bole Bode Gaura Elo. Did you sing it already? No. Hari Bole Mode Gaura Elo by Srila Bhaktivinoda Thakur. Shri Gautam Dvipaki Jai. Saradi Kunj Ki Jai. Shri Nityananda Bhuvana Bhakta Ki Jai. Oh,
is taking us to Godrundvip. Человек Хиратхакур перемещает нас в Годрундвипу. Oh, he's seeing the beautiful pastimes of the Панчататура. Он видит прекрасные лилы Панчататвы, которые проходят там на Годрундвипе. Mahaprabhu is chanting, Haribol, Haribol. Mahaprabhu воспевает, Haribol, Haribol. And his hair is over here, his cloth is over here, his garland is over there, his prema is a pillow. Everything is disheveled in the madness of Krishna brain. Вид у него странный, потому что волосы где-то в одну сторону летят, одежда в другую. Он просто находится в этом водовороте премы. And with Nityananda Prabhu and Advaita Acharya and his associates, they're entering into the island of Godrundvip. Вместе с Нитянандой Прабху и приближенными спутниками они входят на остров Годрундвипы. And by Sankirtan Ras, they're causing the whole world to float in Krishna prema. И Sankirtan Rasa они затапливают весь мир Кришна премой. All the people who live in Godrundvip, they don't know the meaning of the word suffering. All of their experience of the material existence is completely gone by the power of Sankirtan. Жителям Годрундвипы слово страдание вообще неведомо. Все страдания испарились напрочь из-за Харинам Санкиртаны. Nityananda Prabhu, he is like a wrestler. You know, like a wrestler who's Mahaprabhu. They slap their hands before they're about to fight. Он очень крепкого телосражения, и он подобен борцу, который хлопает себя по бицепсам, по этим ногам. So seeing this Kali Maharaj, the predominating deity of Kali, he is afraid and he runs away. Kali Maharaj, увидев Нитянанду Прабху в таком яростном виде, он тут же убегает от страха. If you join in the temple Sankirtan, then Kali Maharaj cannot touch you. He will run for his life. Если вы присоединитесь к Харинам Санкиртан Нитянанды Прабху, вы полностью защищены. Кали Махарадж убежит от вас. And all the atheists, they're crying. Атеисты плачут. Alas, we were trying to explain to everyone that there's no God, but now everyone is saying Haribol and glorifying God all the time. Атеисты расстроены. So plans are smashed. Они думают, увы, всю жизнь потратили на то, чтобы убедить всех, что Бога нет, а тут все поверили в Бога теперь. Ходят боги всякие. Сила Бхактивинода Тхакура ки джай. Нама Шристам Ишити Буддам Атрасурупам Рупам Тасся Thank you.
First of all, I offer my sister and dad with Puspanjali, my heart like flowers thousands of times, at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual guru. Netrila pravishta om vishnupada shtotarasta sri rupananda tarivaya srila bhakti vedanta narayana goswami. Сначала я предлагаю свою шаштангу давать Пушпанджали, свое сердце, подобно лепесткам цветов, тысячи и тысячи раз у лотосных стоп моего духовного учителя. Нити Лилы Правишты, Ом Вишнупада, Штотарашата, Шри Рупа Нугачари Вари, Шилы Бхактиведанта Нарайана Госвами Махараджа. Secondly, I offer my шаштангу давать Пушпанджали thousands of times at the lotus feet of my Param Guru Dev, and to Srila Prabhupada and to all of us, Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. And finally, I have my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis. By the causes mercy of Sri Gauranga Gauranga, today we are celebrating Sri Nityananda Trayodasi. По беспричинной милости Шри Гуру Гауранги сегодня мы празднуем все вместе Шри Нитянанда Трайодаши. It was on this day in the year 1473 that our Prandhan, the treasure of our heart, Lord Nityananda Prabhu appeared in the Ekachakra Gram in the district of Radhadesh. Сокровище нашего сердца, Шри Нитянанда Прабху явился в этом мире в Экачакре. As the son of Hadai Pandit and Padmavati Devi. Он родился в семье Хайдай Пандита и Падмавати Деви. When Nityananda Prabhu, this very beautiful child was born, then all the demigods were celebrating and showering flowers. Когда этот прекрасный младенец появился на свет, все девоты радостно осыпали землю лепестками цветов и воспевали его славу. But the human beings could not see it. Но смертные не видели и не слышали ничего. Still, the village of Ekachakra became overflowing with the prosperity. Но все же деревня Акачакра стала очень благополучным местом, стала процветать. And everyone felt peace in their hearts. Все жители Акачакры чувствовали умиротворение в сердце. But no one could understand who is this little baby. Но никто не догадывался, что это был за малыш, который родился в их деревне. Санкаршана кана тавешаи габурешаи чапойобдешаи шешаста сасянца класаны тяна дакрама шарамба масту. Who is Nityananda Prabhu? Кто такой Нитянанда Прабху? Патанти таттва врастатоми кама твейам. Brahmeti, Paramatmeti, Bhagavaniti, Shabdete. The supreme, absolute, non-dual reality is Krishna. Высшая, абсолютная, неделимая реальность – это Шри Кришна. When Sri Krishna expands himself, когда Кришна проявляет свою экспансию, having the same features, и которая выглядит идентично, like during Rasa Lila, Krishna was in many forms dancing with Vrajagopis. Например, во время Раджа Лилы Кришна проявил множество форм, чтобы танцевать с каждой из Враджагопи. So that form is called Prabhav Prakash. Каждая из форм таких идентичных называется Prabhav Prakash. Because the complexion and the mood is the same. Потому что настроение и вид
полностью идентичен. But if Krishna will expand himself with some speciality in his complexion and his mood, then that expansion of Krishna is called Vaibhav Prakash. Если экспансия Кришны отличается настроением или внешностью, цветом кожи, то такая экспансия называется Vaibhav Prakash. So Keshava Drita Halada Rupa, Krishna himself has become Balaram. То есть сам Кришна стал Баларамой. And that very Balaram has appeared as Nityananda. Vaibhav Prakash Krishna Balarama уже в свою очередь проявился в Горалилах как Нитянанда. The only difference between Krishna and Balaram, both are Bhagavan. But Krishna is Shyam and Balaram is fair. Оба, Кришна и Баларам, это Бхагаван, это Бог. Но Кришна цвета Шьям, а Баларам светлый. And Krishna has Sevya Abhiman, all should serve me. Кришна He has Lala Nitya, everyone pamper me. У Кришны присутствует ярко выраженная Севья Абхиман, то есть он считает себя объектом любви всех и служения, любит, чтобы его баловали, чтобы за ним ухаживали. So Krishna has Sevya Abhiman and Balaram has Sevak Abhiman. Но у Баларама настроение совершенно другое. Он Бхагаван в настроении Севака слуги, он хочет служить Кришне. So Balaram is serving in every way. Баларам служит всячески, как только можно. He is the Adhishtatri Devata of Sandini Shakti, the existence potency. Он является Адхистатри Девата Сандини Шакти, энергии бытия. So the whole Dham has been manifested by Balaram to serve Krishna. Баларам проявил всю Дхаму ради того, чтобы служить Кришне. And he becomes all the paraphernalia for Krishna's service. Сам становится всеми парафиналиями для служения Кришне. Асан, Васан, Бусан, Чатра, Падука, Чамар, everything. That means Krishna's seat, Krishna's bed, Krishna's shoes, Krishna the Chamaras, and the everything. All the paraphernalia, his clothes, everything for serving Krishna. Так что он становится и одеждой Кришны, и обувью, и всеми его аксессуарами, всеми украшениями, и кроваткой, и стулом, чем угодно, он готов стать ради того, чтобы служить Кришне. In this way he serves in Shantaras. Таким образом он служит в Шантарасе. Well, as Balaram he serves in Dasa Sakya and Vatsalya. Как Баларам служит. He has some polarity. Three moods come, depending on the time. Sometimes he's Krishna's servant, sometimes he's friend, and sometimes being the older brother he has a parental mood. То есть как одежда и обувь и мебель он служит в Шантарасе. Он также служит Баларам сам лично в Сакья, да, в Дасе, Сакья и в Ацале. Его рати называется Санкул рати, особенное настроение, прямо его пресыщение вот этих трех настроений. And his Shakti, his Shakti is Ananga Manjari, Radharani's sister, and in that form, his Shakti is serving in Madhurasa, not Balaram directly. Сам Баларам непосредственно не участвует в Мадхурасе, но через свою посредством своей Шакти, Ананга Манджари, которая является младшей сестрой Радхарани, он служит Радхе и Кришне в Мадхурасе. In this way he is doing all services in Braja. То есть все виды служения, которые доступны и существуют, Баларам исполняет. Then he becomes Sankarshan. Потом он становится, то есть во Врадже он все схвачен, у него все движения. Он затем становится Санкаршаной, проявляет Двараку. And all the paraphernalia there. И все парафиналии для Севы Кришны там. And all the Nitya-Siddha living entities also. И также все Нитья-Сиддха, Парикары, все живые существа тоже это Баларам. Then he's Sankarshan in Dwarka. Поэтому и в Двараке он служит как Санкаршана. And manifests all the paraphernalia and the dharma and all the associates there. Проявляет всех спутников все там. And then he becomes the Mahasankarshan in Vaikuntha. На Вайкунтхе он становится Махасанкаршан, проявляет Вайкунтху. And manifests all the Vaikuntha planets and all the paraphernalia and all the associates there. Являет все. Try to understand what it means, Sevaka Abhiman. He wants to serve. Все парафиналии там, всех Севака, всех это Нитья Сидда Джив там. И вот, то есть какой у него дух служения? Вы должны проникнуться тем, что такое дух служения. Вот ему так сильно хочется служить, он делает все, что может. Then he expands and becomes Mahavishnu. Если ничего делать, он придумывает, что делать, и потом он становится Махавишну. And from him,
comes all the jivas. Из него уже происходят все материальные миры. So everything from top to bottom, all the paraphernalia for Krishna's service in every realm of existence, it's coming from Balarampur. То есть сверху донизу на всех планах бытия, все виды служения, все, что предназначено для удовольствия и служения Кришне, все это проявляет Баларам. So now that very Balaram Prabhu has appeared in Gaura Lila, before Gaura has appeared. And so that's 1473, about 12 years before. И тот самый Баларам теперь он пришел на землю участвовать в Гора Лилах в 1473 году, то есть 13 years. Yeah, not quite. Приблизительно где-то 12 лет раньше, чем Чайтанья Махапрабху. So all of the Эка Чакра were in bliss. Вся Эка Чакра была в блаженстве. They were charmed by this boy. This boy never played any material games. He would only play games about the Lila of Krishna and all his incarnations. Все жители были очарованы этим мальчиком. Он никогда не играл ни в какие мирские детские игры. Он всегда играл в игры, только связанные с лилами Кришны или разных его аватаров. And he would teach all these games to the other boys in the village. Он сам придумывал эти игры, обучал им всех других детей в деревне. And the boys in the village were so attached to him, they would go to play and not come back for days. Дети просто были настолько влюблены в маленького Нитинанду Прабху, что они так заигрывали с ним, они уходили из дома и не возвращались иногда недели. Even their parents did not become angry. Everyone was listening. Что странно, что даже родители не гневались на такие выходки детей, что дети исчезали на целую неделю. Как-то родителям тоже было хорошо. Sometimes никто не жаловался. Sometimes they would play the pastime of Lord Vamandeva. Иногда дети играли в лилы Вамандева. Coming to Bali Maharaj, oh, please give me just three steps. Который подходит к Бали Махарадж и говорит, о, царь, дайте мне, пожалуйста, три шажка земли всего лишь. Sometimes they would play the pastimes of Lord Nishinadeva. Иногда они играли игры Господа Нирсимхидева. Sometimes they would play the pastimes of Lord Ramachandra. Иногда в лилы Рамачандры. Sometimes Krishna. Иногда в Кришна лилы. Sometimes the boys used to come with Nityananda Prabhu on the bank of the river and pretend they are the demigods at the ocean of milk. So Zayasasisha Purushaha praying to Vishnu. Иногда мальчики приходили вслед за маленьким Нитянандой к реке и притворялись, что они играли в девок, которые молятся Господу Вишну. And then the boy playing Lord Brahma. У молочного океана. The boy playing Lord Brahma would go into meditation and then say, oh, the Supreme Lord has told me he will incarnate very soon. You should all take birth in the Yadu dynasty. Мальчик, который играл роль Господа Брахмы, он погружался в медитацию и потом рассказывал всем другим девотам, что мне пришло откровение, Господь поведал мне, что скоро он сам придет на землю, и вам всем следует начать рождаться, проявляться в династии Яду. They would play the pastimes of Krishna killing the Bakasur, and Shakatasur, and Agasur. Они играли в игры о том, как Кришна убивает демонов, Бакасуру, Агасуру, Шакатасуру. Sometimes a devotee would pretend to be Akrura coming to Vrindavan to take away Krishna and Balaram. And Nitai, his name was not Nitai, his name was Kuver Bandhupajai. В то время его звали не Нитянанда, не Нитай, а Кувер Бандхупаджай. He used to stand on the side of the road, remembering Braj Gopis and crying, seeing Krishna and Balaram leave. Одна из игр была, один преданный играл роль Акруры, который приезжает во Врач забрать Кришну и Баларама. И когда он увозит мальчиков, которые играют Кришна Баларама, маленький Кувер, он стоял у обочины дороги и, думая о Враджа Гопи, он рыдал. So one day, проникаясь их настроением. They were playing the pastimes of Lord Rama. Однажды они играли в лилу Господа Рамы. And in this, Кувер Бандхупаджай was playing the role of Lakshmana. И Кувер Бандхупаджай играл роль Лакшмана в этой игре. And Lakshman was fighting with the son of Ravan, Meghnad. И Лакшман сражался с сыном Равана, Меднатом. So that boy took a lotus flower that was his Shakti Shul and threw it at Kuver, and when it hit him, then our Kuver fell to the ground unconscious. Меднат взял лотос, стебель лотоса, бросил как свое
оружием Лакшмана, и Лакшман сраженный упал на землю. Смертельно раненый. He stopped breathing. И Кубер перестал дышать в этот момент. And all the boys gathered around him and they began to cry. И дети испугались, и все сбежались к нему и стали громко плакать. He went crying. Hadai Pandit and Padmavati came running there, and when they saw him, they also fainted. Услышав плач детей, родители Кувера прибежали, взрослые стали сбегаться, и когда Hadai Pandit и Padmavati увидели, что сын лежит бездыханно на земле, они тоже прямо упали в обморок на месте. All the villages of Ekachakra gathered around. Постепенно все жители прибежали туда, к этому месту. Then one old person asked the boys what happened. Один старичок стал расспрашивать детей, что произошло. They said, oh, we were playing the pastimes of Lord Ram. Мы играли в лилы Рамы. And Meghnad, that is Indrajit, he threw his weapon at Kuver. Indrajit бросил свое оружие, метнул в Кувера, в Лакшмана. So then an old person realized, Старичок догадался. Where's the boy playing Hanuman? А где? Кто из вас Ханумана играет? Was it? Мальчик said, показался из толпы. You have to go to the Gandhamadana mountain and bring the herbs to revive Lakshmana. Старик сказал, ты же должен отправиться в Гандамадана гору и там разыскать целебные травы, которые спасут Лакшмана. Then all the boys looked at each other. Oh yes. He told us that. Мальчики переглянулись и вспомнили, так он же нам говорил, это надо сделать будет. But when he became unconscious, we all started to cry and we forgot the plot. Но мы совсем забыли про сценарий, когда он тут рухнул без сознания, мы забыли вообще, что дальше надо играть. So then that boy set off. И мальчик, который был Хануманом, тут же отправился. Of course, on the way he had to fight with some Rakshasas. За целебной травой по пути ему пришлось сражаться с Ракшасами. He got to Gandhamadana mountain. Наконец-то он добрался до Гандамадана. But when he got there, he realized that he was not expert in Ayurvedic medicine. Но когда он оказался там, он вспомнил, что он вообще не разбивается, он не травник, у него нет никакого опыта в Аюрведе. So he didn't know which herb on the mountain was the right herb, so he just picked up the whole mountain. Понятия не имел, какую траву оттуда надо собрать, он просто взял всю гору. And then Hanuman flew back. И полетел обратно. And when he got back, then the boy who was playing the doctor, he took the herbs and held it under the nose of the Kuver. Когда Хануман вернулся целой горой, тогда мальчик, играющий роль доктора, он уже выбрал нужную травку и поднес к ноздрям Кувера. And said, Jai Shri Ram. И сказал, Jai Shri Ram. That's the real herb. Это главное лекарство. And then Kuver opened his eyes. Кувер тут же открыл глаза и привстал. Everyone was ecstatic. All the people there said to him, Кувер, how do you know all of these pastimes? Старшие жители Акачакры были озадачены. Они спрашивали, Кувер, откуда ты знаешь все эти лилы? That little boy said, these are my pastimes. Как я могу не знать свои лилы? But they just thought, this is childish talk. Они подумали, ребенок болтает всякую чушь. No one could understand who is he. Никто не понимал. Санкаршана кана тоя шаи, гобауга шаи, чапайоги шаи, сейшасца ясянца каласа нитяна таккераваша намамасту. He is the source of all existence. Он источник всего бытия. When he was 12 years old, когда ему было 12, one day he roared. Однажды он стал рычать. Перевода не будет. People thought, what was that? Все подумали, что стряслось? Is it a thunderstorm? Это какой-то это раскаты грома были? Is it the end of the universe? Или может уже пролай наступает, конец нам? Is it the demigods? А может это деваты что-то провозгласили? No one could guess. Никто не догадался. Where the sound came from? Никто не мог догадаться, откуда этот звук исходил. But the sound had come from Кувер. Но это Кувер так кричал. Because it was Gaurapunit 1486. Потому что наступил. And his brother had just appeared in Navadvip, and he could feel it in his heart, and so he roared. Потому что это был 1486 год.
Гора Пурнима, его брат родился на земле, он почувствовал и стал так радостно рычать. So now he knew, oh, my Lord has appeared to him. Он понял, Господь пришел. But I will not go to him. Но я к нему не пойду сейчас. Until he reveals his Харинам Санкиртан pastime. Еще не время мне к нему присоединяться до тех пор, пока он не явит Харинам Санкиртану Лилу. So just then, one sannyasi arrived in the village. В это время один саньяси прибыл в деревню. So, Adai Pandit Soho, a very great sannyasi has come. I must invite him to stay in my home and feed him and serve him. Адай Пандит, увидев новоприбывшего саньяси, он подумал, что хочется пригласить его в гости, пусть он погостит у нас. So, he served him and they were speaking Harikata the whole night. И Адай Пандит очень гостеприимно принял этого саньяси, почтили просад вместе, потом всю ночь напролет обсуждали Харикатху. Then in the morning, when that sannyasi was leaving, then Adai Pandit said, oh, is there anything I can give you, anything I can do for you? Whatever you want, I'll do. Утром, когда гость был готов отправиться в путь, Адай Пандит, будучи радушным хозяином, он сказал, о, саньяси Такур, могу ли я что-то сделать для вас, какой-то подарить вам подарок? Скажите, не стесняйтесь, чем я могу вам угодить? Now I am old. Саньяси сказал, да я уже в преклонном возрасте таком. But I want to visit all the holy places in India one time. У меня есть мечта, мне хочется хоть один раз обойти все тирхи. So I need an assistant. Все святые места, мне нужен помощник. Who can help me travel from place to place, and at the same time, he'll get the benefit of hearing the glories of all the holy places. Было бы неплохо, если бы у меня был юный помощник, который может сопровождать меня в пути, помогать мне всячески, а взамен он получит великое духовное благо того, что он сам посетит все сакральные места. So please give me your son. Можешь ли ты мне дать своего сына в помощники? Адай Пандит was in shock. Адай Пандит утратил дар речи вообще от шока, когда он услышал эту просьбу. He could never take his eyes off his boy. Он так любил сына, он глаз не спускал с него. Even when he used to go to the marketplace to buy, he used to take his boy with him everywhere. Он вообще не любил с сыном разлучаться, даже если ему приходилось отлучиться из дома, там сходить на базар за продуктами, он брал сына с собой, чтобы тот всегда был рядом. So he thought, oh, I have to ask my wife. Он был в шоке, что саньяси просит отдать ему сына, и он подумал, надо поговорить с женой. So he went to his wife Padmavati and said, oh my lord, whatever you decide, I agree. Он пошел поговорить с Падмавати, она сказала, господин, ну что бы вы ни решили, я согласна на все. So then he was remembering, oh, this is like when Vishwamitra Muni came to the palace of Dasarath Maharaj. И он думал, он вспомнил Лилу из Лилы Рамачандры о том, как Вишвамитра пришел в гости к Дасарат Махараджу. Дасарат Махарадж said, oh, Mahatma, Sadhuji, whatever you want, you can ask from me. И когда царь увидел великого Садху перед собой, он сказал, о, Садху, добро пожаловать в мой дворец. Чем я могу тебя послужить? Проси о чем угодно. So then, Vishwamitra Muni said, oh, give me your two sons, Rama and Lakshmana. Vishwamitra Muni, мудрец, сказал, дай мне своих двух сыновей, Раму и Лакшмана. So then, Dasarath Maharaj, he could not bear the thought. Dasarath Maharaj, услышав эту просьбу, был тоже настолько удручен, вообще себе представить не мог, как он может разлучиться со своими мальчиками. But then he called two sons and said, here, you can take them. Он подумал, потом призвал двух сыновей и сказал Вишвамитре, берите их. Vishwamitra asked the boys, now, where we are going? There's a long way which is very safe and easy, but there's a shorter way which is very dangerous and there are many rakshasas there. Which way should we go? Vishwamitra отправился в путь с мальчиками и спросил, сейчас нам предстоит долгий путь, есть одна дорога, она очень длинная, долгая, но безопасная. А есть короткий путь, но очень опасный, потому что там много всяких демонов, ракшас. Каким путем вы хотите идти? The boy said, we should not go into danger unnecessarily, we'll go by the long route. Мальчики, даже не совещаясь, сказали, ну разумно не будет напрашиваться на беду,
Давайте пойдем безопасной дорогой. So then Vishwamitramuni came back with the two boys. This is not Ram and Lakshman. Vishwamitramuni. You have given me the other two boys. Bharat and Shatrughna. И Вишвамитра тут же взял двух этих мальчиков с собой, вернулся во дворец и сказал царю: так, это подделка, это Бхарат и Шатрухна, это не Рама и Лакшмана, ты меня обманул, царь. So then Vashishtha Rishi, это не те сыновья, которых я просил. The guru of Dasarath Vashishtha Rishi told him, you should give what he has requested, because it will bring great fortune, auspiciousness and great fortune for you. Вашишта Риши, который был учителем, духовным учителем царя, стал ему шептать в ухо: делай, о чем он просит, потому что это принесет тебе великое благо и удачу. So then he gave Rama and Lakshmana. И царь с таким печальным сердцем отдал Раму и Лакшмана, этому мудрецу. And they went with Vishwamitra Rishi to many places. И они вместе с Вишвамитрой отправились в долгий путь. So not only did it bring great fortune to him and to Ayodhya, but when Lord Ram came back, he came back with the goddess of fortune, like Sita Devi. И не только они принесли удачу и благополучие Айодхе, когда Рама вернулся, он вернулся с самой богиней удачи Ситой Деви уже в Айодхе. So Hadai Pandit was remembering this and think, oh, I have to give this. И Hadai Pandit, вспомнив эту историю, он решил подбодрить себя, сказать, вот очень правильно отдать сына этому саньяси, вот Дасарат Махарадж тоже так поступил. And then that sannyasi disappeared with Kuver. И саньяси отправился во свояси вместе с Кувером. Now became Nityananda. Nityananda is a brahmachari servant of a sannyasi named Nityananda. Итак, he can have these names: Shubhananda, Premananda. И таким образом Кувера стал Нитянандой, то есть это имя, которое брамачари, который служит саньяси, может быть Шубхананда, Премананда, Нитянанда. Вот таким образом он из Кувера стал Нитянандой. And Hadai Pandit fainted. А Hadai Pandit просто рухнул в обморок. And when he came back into sense, he did not eat for 3 months. И когда он пришел в себя, он вообще кушать не мог 3 месяца. He was just wandering around weeping. Просто как тень прошлого себя был, просто плакал все время. Now Nitai, he went on pilgrimage, visiting all the holy places all over India. А Нитай вместе с этим саньяси отправился долгий путь в паломничество по всем сакральным местам Индии. He received the diksha from Sri Lakshmipati Tirtha. Он получил дикшу у Лакшмипати Тиртхи. While he was traveling also, he met his very senior godbrother, who is so he treated like a guru, Madananda Puri. И по пути, во время своих странствий, он встретил своего старшего гуру Бая, которому относился тоже как гуру, Мадхавендра Пури. And for 20 years he wandered throughout all the holy places, purifying them. Почти 20 лет он путешествовал по всем тиртхам, святым местам Индии, очищая их. And finally he went to Vrindavan, and he went everywhere, and he came back to Vrindavan. Он посетил Вриндаван, обошел все остальные места и вернулся во Вриндаван. At that time he was staying, very close to us in Srinagarbhat. И жил неподалеку от нас в Шрингарбхате. And he was weeping, seeing the cows on the bank of the Yamuna. И наблюдая за коровами, которые паслись на берегу Ямуны, он расплакался. In the mood of Balaram, feeling separation from Krishna. Он проникся настроением Баларама, который тоскует в разлуке с Кришной. He would approach the cowherd boys, "Kotai Kanai, where is my Kanai?" Он подходил к пастухам в Радже и спрашивал: "Kotai Kanai, где мой Kanai?" He was embracing the cows. Oh, have you seen my Kanai? Обнимал коров, прижимал к себе, расспрашивал всех: "Вы видели моего Kanai?" And he rolled on the ground and felt unconscious on the bank of the Yamuna. На берегу Ямуны он так, катаясь по земле, оказался без сознания. Then there was an Akashvani, a voice in the sky. Вдруг в небесах зазвучал голос Akashvani. Oh, this is Kali Yuga. Now your Kanai has appeared in Navadvip Dham. You should go there. Сейчас Кали-Юга, твой Канайя теперь явился на Навадвип Даме. Отправляйся туда искать его. Then Nityananda opened his eyes and set off to walk
Hundreds and hundreds of miles to another day. Нидянанда Прабху открыл глаза, встал и отправился в долгое странствие в далеко. Много-много километров ему пришлось проделать, чтобы попасть на Вадвипу. Because now Сачинандан Гори had begun his Харинам Санкиртан. Потому что к этому моменту Сачинанда Нагора Хари уже явил свою Харинам Санкиртан Лилу. But Nityananda Prabhu did not go directly to his house. He went to the house of the garden of Nandanacharya. Но когда Нитянанда Прабху прибыл в Навадвипу, в Майпур, он не отправился сразу в дом Нимай Пандита, а отправился в дом Нанданачари. And he was sitting there in meditation, remembering Mahaprabhu. И там он сел, погрузился в медитацию, стал медитировать на Махапрабху. At the same time, Mahaprabhu was in with Srivas Thakur and his associates there. В это же самое время Чайтанья Махапрабху был вместе с Шривас Такуром и другими спутниками. He said, last night I had a wonderful dream. И он огласил всем присутствующим: прошлой ночью мне приснился удивительный сон. I saw a golden chariot. Я увидел золотую колесницу. And it pulled up outside my house. Она подъехала к воротам моего дома. This chariot was such a chariot. It can carry a person across the ocean of material existence. Колесница была удивительная. Такая колесница, наверное, может перевести кого-то через океан материального бытия. The driver of a chariot was a very tall, strong figure. Возничий в этой колеснице, он был такого могучего телосложения, высокий, статный. Shining like a million moons. И он сиял, как миллионы лун. He was wearing blue upper and lower clothes. На нем была синяя одежда. He had an earring in one ear, in the left ear. В левом ухе у него была серьга. On his chariot there was a flag with the mark of a palm tree. И на его колеснице, над колесницей развивался флаг с изображением пальмы. He had a big plow on his shoulder. И на плече у него возлегал большой плуг. And he was calling out, is this the house of Nimai Pandit? Is this the house of Nimai Pandit? И он громко спрашивал, это дом Нимай Пандита? Это дом Нимай Пандита? I was astonished just seeing him. I was remembering Balaram. Я растерялся, увидев его, я таращился на него и думал о Балараме. I said, yes, yes, I am Nimai Pandit. Who are you? Я ответил ему, да, да, я Нимай Пандит. А вы кто? Then he said, I am your brother. And tomorrow we will meet. Я твой брат, и завтра мы встретимся. And when Mahaprabhu said this, he was in so much ecstasy, he went into samadhi and trance. Когда Махапрабху рассказал свой сон, он был в таком же экстазе, что у него закатывались глаза вообще. And then he began to chant, call very loudly, bring wine, bring wine! И вдруг он громко стал кричать, принесите вино, принесите вино! The devotees are thinking, why does he want us to bring wine? Непонятно, зачем ему вино? Other devotees realized, oh, he became absorbed in the mood of Balaram. Thinking of Balaram, he became absorbed in. Некоторые недоумевали, зачем ему вино, другие догадались тут же, что он погрузился в настроение Баларама, который любит пить медовуху, он требует вино. The devotees were discussing, what does this dream mean? Преданные стали оживленно обсуждать смысл этого сна. Another devotee said, I think it means that a great personality has come to Navadvip. Кто-то высказал предположение. Мне кажется, что кто-то великий прибыл в Навадвипу. When Mahaprabhu came out from his trance, he said, oh, Srivas Thakur, Haridas, go and look and find a great personality has come to Navadvip. Когда Махапрабху пришел в себя, он попросил Шривас Такура и Харидас Такура отправиться по всем домам и выведать, кто прибыл в Навадвипу. So they went and they searched everywhere. Они обошли весь город. They came back and said, we have been in the house of every grihastha, the ashram of every sannyasi, all places, but we could not find any person who was great mahatma who was newly arrived in Navadvip. Они вернулись с докладом и сказали, мы обошли все дома грихаст, все семьи обошли, все ашрамы и сannyasi, но никакого махатма новоприбывшего. Никто ничего не знает о таком. Then Nimai Pandit stood up. He said, "Come with me." Nimai Pandit встал и сказал, идемте со мной. And they all followed him to the garden of Nandanachari. И пошел напрямик в сад Нанданачари.
And there they saw Vitai sitting shining like millions of suns. И там они увидели, что сидит Нитянанда Прабху, там сияет как миллионы лун. And they all gave Dandavat. И все поклонились ему. And then Nimai Pandit came close to him. Nimai Pandit приблизился. And as he came close, the fragrance of Nimai Pandit entered into the nostrils of Nitai, and he opened his eyes. Когда Nimai Pandit стал приближаться к Нитянанде Прабху, его аромат его тела достиг ноздрей Нитянанды Прабху первым, и тот тут же открыл глаза. So finally, after a long time, наконец-то, после такой долгой разлуки, the two eyes of Balaram looked in the eyes of Krishna, and the eyes of Krishna looked in the eyes of Balaram. Взгляд Баларама встретился со взглядом Кришны. And they embraced each other. Они стали обнимать друг друга. So Mahaprabhu wanted to reveal who is this person. Махапрабху хотел явить всем, кто этот Нитянанда. So he said to Шривастакура, recite a verse. И он попросил Шривастакура, спой стих. So then Шривастакура began to sing. Шривастакура Бхапирам натаваравапу Карнайокарикарам Бибратваса канакакапишам Вайджайантин чамалам Рандрангайну адарасудая Пуренко павриндей Vrindaranyam Sopadaramanam Prabhisat Gita Kirtihi. Shukadev Goswami, absorbed in the mood of Brajagopis, was describing Krishna and Balaram and all their cowherd boyfriends entering into the forest in the morning time. Этот стих — это описание Шукадева Госвами, который проникся настроением Брадж-гопи. Он описывает то, как Кришна Баларам в сопровождении друзей отправляется в лес утром пасти коров. Hearing this verse, Nityananda began to tremble and weep, and his hairs were standing on end, and he began to jump and fall unconscious and crash onto the ground. Услышав этот стих, Нитянанда Прабху так растрогался, он задрожал, слезы потекли ручьями из его глаз, он подпрыгнул вверх, коснувшись земли, он просто рухнул без сил. Шривастакур was singing more verses of Srimad Bhagavatam. Шривастакур не останавливался, он продолжал напевать стихи Шримад Бхагаватам. The devotees were trying to hold Nityananda to stop him from hurting himself from his jumping and falling, but they could not hold him. Нитянанда Прабху так яростно подпрыгивал вверх и опять падал на землю, снова и снова преданные пытались как-то сдержать его, чтобы он не бился об землю, но никто не мог с ним справиться. Then Mahaprabhu caught him in his lap, and Nityananda became very still and unconscious in the arms of Chaitanya Mahaprabhu. Махапрабху сам подхватил Нитянанду, уложил к себе на колени, и оказавшись на коленях Махапрабху, Нитянанда Прабху расслабился и полностью успокоился. And when the devotees looked, it was as if they were seeing Lakshman after he'd been shot by Meghanath, unconscious in the lap of Lord Ramachandra. И когда преданные смотрели на Нитянанду Прабху и Махапрабху, их взору предстала картинка того, как Лакшман лежит раненый на коленях Рамачандры, раненый Меганатом. Gadara Pandit was very rustic. Oh, this is a Viparita Vilas, a reverse pastime, because usually Anantashesh, Lord Narayan is lying on Anantashesh, resting on Anantashesh, but now Anantashesh is resting on Gaur Narayan. Rasik Gadara Pandit не удержался и прокомментировал, сказал, это Viparita Vilas, как поразительно, что обычно Господь Нараяна возлегает на кольцах Анантошеши, а тут наконец-то Анантошеш возлегает на коленях Господа Нараяны. So then, when Nityananda came back to consciousness, когда Нитянанда Прабху пришел в нижнее сознание, very loud Харинам Санкиртан. Преданные приветствовали его громким Харинам Санкиртан. And they experienced that they were in Vrindavan with Krishna and Balaram and all the cowherd boys. И все почувствовали, что они находятся во Вриндаване вместе с Кришной, Баларамом, пастушками. Mahaprabhu said, after the kirtan, that you should stay with this Brahmin and gave him to Shrivastakur. Махапрабху после того, как преданные завершили киртан, он сказал Нитянанде Прабху, оставайся жить с этим брахманом, и передал его в опеку Шривастакура. Mahaprabhu said, tomorrow is the Guru Purnima, so I want to do your Vyasa Puja. Махапрабху огласил, завтра Гуру Пурнима, я хочу провести твою Вьяса Пуджу.
So they organized the Vyasa Puja in the house of Srivastava. Преданные подготовились к Vyasa Puja в доме Шривастакура. And Srivastakura gave a garland to Nityananda to give to the painting of Vyasadeva. И Шривастакур дал гирлянду Нитинанде Прабу, чтобы тот в свою очередь отнес гирлянду и украсил портрет Шрива Вьясадева, предложил гирлянду. Нитинанда was just standing there. Шривастакур said, give a gift. Он дал гирлянду Нитинанде Прабу, думая, что тот сейчас понесет портрет Шрива Вьясадева и повесит туда. А он просто стоял с гирляндой в руках, не двигался. И Шривастакур говорил, ну давай, давай, неси. А потом развернулся, подошел к Махапрабху и одел гирлянду на него. Because Mahaprabhu is a Jagat Guru. Потому что Махапрабху это Jagat Guru. Vandai Krishnam Jagat Guru. So, in this way, there was the first meeting of Gauranitai. Вот такая произошла удивительная первая встреча между Гауранитаем. Mahaprabhu said to him, now my life is successful that I have seen you. Махапрабху сказал, теперь моя жизнь наконец-то увенчалась успехом, так как я встретил тебя. Кришна is very kind that he's given me such association. Кришна настолько милостив, что он подарил мне такое общение. Nityananda said, I was wandering everywhere, to all the holy places. Nityananda Prabhu в ответ сказал, я посетил все святые места. I went to many temples of Krishna, but when I went inside, all the altars were empty. Я зашел в столько храмов Кришны, куда бы я ни заходил, все алтари были пустыми. And I asked, where is Krishna? Я спрашивал все, где Кришна? And they told me, oh, he is now appearing in Navadvipdhami. И все отвечали мне, что теперь он появился в Навадвипдхаме. And I have heard that he is very merciful to the fallen, so I am very fallen. So I have come here to receive his mercy. Я слышал, что Патит Паван, что он очень милостив падшим, и я, будучи очень падшим, пришел сюда в надежде сыскать его милость. So in this way, Gaur and Nitai were very respectful and very humble in their loving dealings with each other. Gaur and Nitai очень вежливо с друг другом обходились, таким почтением, любовью. Сиси Gaur and Nitai ки! So now Nitai is staying in the house of Srivastakura. И с тех пор Нитинанда Прабху стал жить в доме Шривастакура. And his behavior is quite uncommon. Вел он себя при этом очень необычно. Because he's an avadut. Потому что он авадут. He's wandering around laughing and joking. И постоянно смеялся, что сам с собой там разговаривал. And with the abhimana of being a small coward boy. И при этом у него было настроение маленького пастушка. One day, the wife of Srivastakura, Malini, she was crying. Однажды жена Шривастакура, Малини, она плакала. Nitai said, oh, mother, why are you crying? Nityananda спросил, мама, почему ты плачешь? Said, oh, I was cleaning the paraphernalia for serving Thakurji, and a crow came and stole one of Thakurji's metal pots, and then flew away, and he put it in his nest, and then he flew back, he's there. И Малини, она пожаловалась, она говорит, я мыла, прочистила серебряные парафиналии Такурджи сегодня, и сорока прилетела, схватила одну чашечку, украла, унесла в свое гнездо, спрятала там, и все. So I am crying because I have lost Krishna's pot, and I don't know what my husband will say, he's very strict. Я расстроена, потому что я теперь потеряла чашечку, ну, Кришны, а супруг у меня очень строг по поводу таких вещей, я не знаю, как он обойдется со мной после этого происшествия. So Nitai said, don't worry. Nitai сказал, не расстраивайся, мама. So then he went to the crow, said, hey crow, bring back the pot. Пошел к этой сороке, вороне, сказал, ну-ка неси обратно чашечку. And the pot, the crow flew off to his nest, and then came back, holding the pot in his claws and put it there. Ворона тут же отлучилась, посетила свое гнездо и вернулась, и поставила чашечку перед Нитянандой. Then Malini was astonished. Malini была в шоке вообще. So then said, how did you do that? Как ты умудрился это сделать? And then the identity of Nityananda manifested in her heart. И вдруг в сердце она увидела, кто такой Нитянанда Прабху. Oh, it was not difficult for me to do. И она тоже поняла, так это было очень легко тебе сделать. In the form of Lakshman, you have conquered
You have helped Ram conquer Lanka. В облике Лакшмана ты помог старшему брату победить Ланку. In your expansion of expansion, you are holding up all the universes as an attachment. В частичном своем проявлении, незначительной экспансии, ты поддерживаешь все вселенные на себе в форме Ананташеша. Then, in this way, she was seeing all the opulence of Nitya. Она стала видеть все это Айшварию, проявление мощи Нитянанды Прабху. But the tenor was said, "Oh, mother, I'm hungry." Но Нитянанда Прабху перебил ее, сказал: "Мама, я голоден." And then all the Айшвария Гьян went away. Тут же Айшвария Гьян исчезла. She became overwhelmed with motherly pain, and though she was quite old, milk started to flow from her breast. Она настолько преисполнилась родительской материнской любви в отца Лепрема, несмотря на то, что она уже была в очень преклонном возрасте, вдруг молоко потекло у нее из груди. Нитянанда took her breast. И Нитянанда Прабху выпил молока. Sometimes Nityananda Prabhu was walking around only dressed in the four directions. Четыре направления. Восток, запад, юг. The directions are called dik. Направление на санскрите называется dik. And if someone is wearing a yellow cloth, they're called pitambar. If they're wearing a blue cloth, they're called nilambar. And if someone is only wearing the directions, they're called digambar. То есть кто-то в желтой одежде, он pitambar, если кто-то в синей, он nilambar, если он только в направлениях, это digbar. Digambar. Digambar. So Nitai was walking around naked like a little. And when Mahaprabhu saw him, he just smiled. Когда Махапрабху увидел его в таком виде, он просто ухмыльнулся так. Luckily, Mahaprabhu was wearing a turban. К счастью, so he took off his turban and he wrapped up Nitai. В этот момент на Махапрабху был тюрбан, он размотал его и накрыл Нитянанду, одел его. And then he sat him down. Завернул его в эту ткань и усадил перед собой. He said, "Your name is Nityananda." И сказал ему: "Тебя зовут Нитянанда." "Your form is Nityananda." Твоя форма тоже Нитянанда. "And you are Nitya, always Ananda in bliss." И ты Нитя всегда, Ананда ты всегда в блаженстве. "Because you are Balaram himself." Потому что ты сам Баларам. "The Akhanda Guru Tattva." Akhanda Guru Tattva. Then Mahaprabhu said. Махапрабху затем сказал: "Can you give me one of your gopin?" Ты можешь мне дать один из своих гопин? So persons in the renounced order, they have some cloth around the waist and underneath. То есть монахи, те, door and gopin. Нижнее белье тех, кто принял монашеский образ жизни, состоит из двух таких тканей, полосочек, door и гопины. So then Nitai gave him one of his gopin. Отдал один из своих каупин Махапрабху. And then Mahaprabhu tore it up into thin strips. Махапрабху стал разрывать их на тоненькие ленточки. And he gave it to all of his associates. Разорвал этот каупин Нитянанды Прабху на такие тоненькие полосочки и подарил по полосочке и по ленточке каждому из своих спутников. And he said, "Tie this around your head." Сказал: "Замотайте это вокруг головы." And they all tied the каупин of Nitya. И они себе такие сделали из каупина Нитянанды Прабху. And they were in bliss. И все прониклись блаженством тоже. Mahaprabhu said, "Without the mercy of Nityananda Prabhu, no one can get pure bhakti to Krishna." Mahaprabhu сказал: "Без милости Нитянанды Прабху никто не получит чистое бхакти Кришне." Then he said, "We should do his abhishek and wash his lotus feet." И сказал всем: "Давайте проведем ему абишеку и помоем его лотосные стопы." So they began to wash the lotus feet of Nityananda Prabhu, and Mahaprabhu's all associates, they were taking 5 cups, 10 cups. И преданные все вместе с Махапрабху стали мыть стопы Нитянанды Прабху и пить чаринамриту прямо залпом, там по 5 чашек каждый выпил. And they experienced that the material world disappeared. И все просто поплыли, они увидели, что материальный мир растворяется перед их глазами. Oh, the covering of Maya was completely gone. Пелена Майя experiencing Голоку Вриндавана. Пелена Майя тут же отступила, и они увидели Голоку Вриндавана. Нитянанда Прабху! So this is the power of our Нитянанда. Вот это мощь нашего Нитянанды Прабху. One day, Mahaprabhu was sitting with Maharaja, with Nityananda Prabhu, and Maharaja Gupta came there. Однажды, во время того, как Махапрабху сидел и разговаривал с Нитянандой Прабху, к нему пришел Мурари Гупта.
Марайгупта bowed down to Mahaprabhu. Марайгупта поклонился читанию Махапрабху. Mahaprabhu said, "Oh, you have done wrong." Махапрабху сказал, ты неправильно поступил. But he didn't say why. Но не объясняя в чем. That night in a dream. Ошибка. Марайгупта saw that Nityananda Prabhu was Balaram. Но в ту самую ночь Марайгупте приснился сон, в котором он увидел, что Нитянанда Прабху это Баларам. And then he realized, oh, Balaram is Akanda Guru Tattva. И он понял, Баларам это же Акандо Гуру Таттва. And the next day he came and he saw Mahaprabhu and Nityananda Prabhu and he bowed down first to Nityananda Prabhu and then he bowed down to Mahaprabhu. И на следующий день, когда он пришел снова навестить Махапрабху, первым он поклонился сначала Нитянанде Прабху, а потом уже Махапрабху. Mahaprabhu said, oh, now you understand. А Махапрабху обрадовался. Молодец, ты все понял. Because in Shastra he said, Partmantu Gurum Pujan Tatastaiva Machanam Kurvam Sirim Vapnoti Yanyatani Shvala Bhavet. Krishna himself said, first worship your Gurudev, after that worship me. Шастра цитирует слова Кришны, что сам Кришна предписывает сначала почтите Гурудева, после этого уже меня можно почтить. If you do this, then there's no doubt, 100% your spiritual life will become perfect and you'll become a siddha. И Кришна говорит, если будешь следовать этому предписанному методу, нет сомнений, 100% гарантия того, что ваша духовная жизнь увенчается успехом. But if you don't do this, then all your practice will be nishfal, no fruit at all. Но если вы не будете следовать этому наставлению, то вся ваша практика пойдет на смарку. So one day Mahaprabhu he said, Suno Suno Nitananda Suno Haridas Savata Amara Agya Kara Opakash. Однажды Махапрабху провозгласил, слушайте. Listen, listen, Nityananda, listen, Haridas. I want you to manifest my order everywhere. Слушайте меня, Нитянанда и Харидас. Я хочу, чтобы вы внедрили мою волю повсюду, мое повеление. Пратигаригария карой бикша. Бо Кришна, Бо Кришна, Кришна бикша. I want you to go to every door, to every person, and you should beg from them. Only this. Chant the names of Krishna, worship Krishna, and follow the teachings of Krishna. Я хочу, чтобы вы отправлялись повсюду, от двери к двери, и умоляли каждого, кого вы встретите на своем пути, чтобы они повторяли имена Кришны, почитали его и слушались его наставлений. And then in the evening time, just say this to them, and then in the evening time, come back to me and give me a report. Это ваша миссия, ваша задача. Каждый день вы должны отправляться по домам разных людей, просить их об этом, а вечером приходить ко мне с докладом. And if anyone does not accept your request, I'll kill them with my chakra. А если кто-то откажется слушаться вас, я их своей чакрой убью сам. So then, Nityananda Prabhu and Haridas Thakur they settled. Nityananda Prabhu и Haridas Thakur отправились исполнять миссию. So they were both in sannyas vesh. Оба были в одеждах отшельников, то есть саньяси. So it's Vedic culture when someone sees a sannyasi, they invite them, come in my home and they feed them and listen to them. В ведической культуре все уважают монахов, то есть все рады открыть двери в свой дом, покормить там, послужить им, послушать их наставления. The pious people thought, oh, Sadhu, Maharaj, please come in my home and I'll feed you. Благочестивые люди с радостью принимали их в своих домах, угощали просадом. But they said, no, no, the only bhiksha, the only alms that we are begging for is this. Bolo Krishna, Bajo Krishna, Karo Krishna Shiksha. Но они отказывались, говорят, мы не хотим ничего от вас принимать, мы хотим вот бхикшу в следующей форме. Что воспевайте имена Кришны, служите ему и слушайтесь, исполняйте его наставления. The pious people at once accepted it. Yes, from today I'll chant Hare Krishna. Благочестивые люди с радостью принимали это наставление и говорили, хорошо, с сегодняшнего дня я буду следовать этому наставлению в своей жизни. But there are many impious people. Там жило много неблагочестивых людей. And they would say, oh, get out of here. Они говорили, убирайтесь прочь отсюда. You should get a job. С моего двора идите лучше работу себе. You're just parasites trying to
Вы просто паразиты на теле общества, пытаетесь тут на халяву покушать. А кто-то говорит, да вы с ума посходили вообще. Что вы так громко кричите? Во что, Бог глухой, что ли? You must have been associating with that Nimai Pandit. Many good persons have become mad by associating with that Nimai Pandit. Вы, наверное, водились с этим Nimai Pandit'ом. Не первые, кого он испортил. Another person said, oh, they're just going around the neighborhood looking at the houses in the daytime and making a plan which houses they'll rob in the evening. Кто-то еще там тоже сказал гадости в их адрес, когда они просто надеются обворовать кого-то ночью, поэтому ходят днем, выведывают, где там что плохо лежит и куда можно прокрасться. But Srila Haridastakur and Nityananda were hearing these things, they just laughed. Но Харидастакур и Нитинанда Прабху не принимали это близко к сердцу, просто слыша такие упреки в свой адрес, они смеялись. They came to a big crowd of people in the marketplace. Однажды они подошли, набрели на огромную толпу людей на базарной площади. Some disturbance was going on. Что-то там происходило, какой-то шум, гвал. There were two gundas, two big drunk like mafia. И там было два пьяницы огромных таких. And they were threatening people. Бандитской наружности, и они грозили всем присутствующим. And they were also laughing with each other, and sometimes they would grab each other by the hair and punch each other. И такие эти два. And then again laughing again. Пьяных весельчака, они то смеялись друг другом, то хватали друг друга за волосы, били друг друга там по физиономии, мордовали, потом опять хохотали. So Nityananda Prabhu and Haridastakur, they came to the crowd and they were watching. И там стояла большая толпа, и Нитянанда Прабху и Харидастакур стали пробираться сквозь толпу, чтобы посмотреть, что там происходит. Some people said, stop, don't go near them. They're very dangerous. Некоторые люди предостерегли их, не подходите близко, они опасные, вот эти два типа. Nityananda Prabhu said, who are they? Нитянанда Прабху спросил, а кто они? They were born in a very high-class Brahmin family. Местные стали рассказывать, и они родились в высококастовой брахманской семье. Their names were Jagadananda and Madhavananda Bandopadhyay. Их звали Jagadananda и Madhavananda Bandopadhyay. But now they're known as Jagai and Madai. Но теперь их просто зовут Jagai и Madai. They kill brahmanas. Они убивают даже брахманов. They kill cows. Они убивают коров. They burn people's houses down. Они сжигают дома. They're always stealing and terrorizing people. Они вечно третируют людей, воруют у них. Nityananda was hearing the list of all their crimes, and his heart was melting. Nityananda Prabhu слышал этот перечень этих преступлений братьев, и сердце его таяло. He was thinking, The people are not taking my Lord Chaitanya Mahaprabhu seriously. But if these two will be delivered, then his name will spread everywhere. And Nityananda Prabhu стал мечтать. Он думал, люди недостаточно серьезно относятся к славе моего Господа. Но вот если вот этих двоих спасти с этого дна, на котором они находятся, то все тогда уверуют в моего Гаурангу. Nityananda Prabhu thought, right now, even if their shadow touches anyone, that person will run and jump in the Ganges with all their clothes on to become purified. Nityananda Prabhu думал, сейчас они настолько скверные, что люди настолько страшатся их общения, даже если их тень коснется, заденет кого-то, человек побежит прямо в одежде омываться в Гангу, чтобы смыть себя это осквернение. But if they'll become pure Vaishnavas, then if anyone sees them, those who see them will become more purified than taking bath in the Ganges just by looking at them. Но если эти двое станут чистыми вайшнавами, то просто увидев их, человек будет освещаться больше, чем если он примет полное омовение в Ганге. And if this were to happen, all would honor my Nimai Pandit. И если это свершится, все уверуют в моего Nimai Pandita и будут почитать его. Come on, Haridas. Пойдем, Харидас. Let's preach to them. Идем проповедовать им. So they came in front of Jagai and Madai. Они подошли очень близко к Jagai and Madai. And said, Bolo Krishna Bajo Krishna, Lo Krishna Naam, Krishna Mata Krishna Pita Krishna Dana Pran. Стали увещивать этих братьев. Chant the names of Krishna. Krishna is your mother, your father, and he is your treasure of your life. Дорогие, повторяйте имена Кришны. Кришна ваш мама, он ваш папа, он любит вас так сильно. Сама ваша жизнь. So then Jagai and Madai hearing this, they became furious.
Когда Джагай Мадай услышали это, они просто рассвирепели. Come on, let's beat them up. Давай их побьем сейчас. And they ran after Nityananda and Haridas-thakur. И они бросились на Нитянанду и Харидас-thakura. And Nityananda and Haridas-thakur were running. А Харидас-thakur и Нитянанда Прабху решили не задерживаться, повернулись и стали убегать. So Haridas-thakur is already about 70 years old. Времени уже около 70 было. But Nityananda was very old. He's eternally young, Nityakishore. А Нитянанда Прабху, он вечно юный кишор. So Haridas-thakur said, they're running together, and Haridas-thakur was saying. Они убегали вместе. Haridas-thakur сказал. I almost got killed when the Kazi had me beaten in 22 marketplaces. But by Krishna's mercy, I survived. But I think today I will not survive. Ты знаешь, когда однажды я вышел, когда Кази повелел бить меня на базарных площадях, меня чуть не убили, но я по милости Кришны выжил. Но кажется, что сегодня мне наступит конец по твоей милости. And it's all your fault, Nitai. Это все благодаря тебе. You got me into this situation. Это ты вот это втянул меня в эту ситуацию, непоседливый ты. Nityananda Prabhu, he's running. I'm not the one who's restless. It's your Nimai Pandit who's restless. Nityananda Prabhu бежал и отговаривался, там спорил, когда я ни дня не поседливаю. Это твой Nimai Pandit непоседливый. Who does he think he is? Вообще, кем он себя возомнил? He's supposed to be a Brahmin, but he sits there like a king on a throne giving orders. Suno, suno, Nityananda, suno. Вообще, он Брахман, он должен вести себя кротко, а он себя ведет как царь, же помогает нам и говорит, слушай, слушай, Нитянанда, слушай, Харидас, идите туда, делайте это, что это такое? It's his fault we're in this trouble. Это он виноват, что мы оказались в этой ситуации. So in this way, Nityananda and Haridas-thakur, they were having a mock argument and laughing so much. И вот так они шутливо спорили и убегая от Джагай и Мадай. And Джагай и Мадай, they were so drunk, they fell over there and they couldn't fight. They became confused. Были такими пьяными, они побежали чуток, потом упали и забыли вообще, зачем они бежали и куда. So then, in the evening, Nityananda Prabhu and Haridas-thakur came to give their report to Nimai Pandit. Но когда вечером они пришли к Nimai Pandit с докладом ежедневным. When Mahaprabhu heard what happened, когда Махапрабху выслушал доклад, he said, they better not come here, I'll kill them. Он сказал, они with my chakra. Он сказал, лучше тут эти двое пусть не показываются, я их своей чакрой там разрублю на кусочки. Nityananda Prabhu said, my lord, your name Patit Pavan will not be successful unless you can deliver them. Nityananda сказал, мой Господь, твое имя Патит Павана не будет оправдано, если ты не возвысишь их. Mahaprabhu said, in truth, they were delivered the moment they saw you. Махапрабху ответил, ну по факту они были спасены в ту самую секунду, когда они увидели тебя. The moment you desired to save them, they were saved. Даже в ту самую секунду, когда ты пожелал спасти их, они уже получили спасение. When Gurudev gives diksha to the disciple, now they made a contract. Это правда. Что происходит, когда Шри Гуру дает дикшу, посвящение своему ученику? Они вступают, ученик и гуру вступают в контракт. Gurudev has decided, I will deliver this jiva. Потому что гуру принял решение, я спасу эту дживу. So it's done. То есть это уже сделано. We are delivered by the mercy of Gurudev. То есть мы все уже спасены по милости Гурудева. All we have to do is follow Gurudev's instructions carefully and not commit any offense. Это уже гарантировано нам со стороны Гурудева, но с нашей стороны требуется, чтобы мы следовали всем наставлениям Гурудева и избегали любых аппаратов. Otherwise, everything is already fixed. То есть, если мы осторожны со своей стороны, то нам гарантирован успех, потому что гуру уже все это гарантировал со своей стороны. Haridas-thakur was very close to Advaita Acharya. He went to speak to Advaita Acharya. Haridas-thakur близко дружил с Advaita Acharya. Он пошел поговорить с Advaita Acharya. He said, "Oh, Advaita Acharya, I don't know why Mahaprabhu sent me with this unpredictable person." И он стал жаловаться. Advaita Acharya, я вообще не понимаю, зачем Махапрабху представил меня в пару с этим ненадежным лейтенантом. In the morning, I say, "Okay, which way shall we go today?" Каждый день я его утром спрашиваю, в какую сторону мы пойдем проповедовать. He says, "Let's go this way." And I go that way, and he goes the other way. Он мне говорит, пойдем налево. Я иду налево, смотрю, он не идет за мной. Он уже повернулся, ушел направо. Then I follow him. And when we get to the Ganges, if he sees some crocodiles, he jumps into the Ganges. Мне приходится поворачиваться и идти вслед за ним. Мы доходим до Ганги, если он там увидит аллигаторов, он прыгает тут
уже в Ганге. And then he's floating in the water like he's dead. И начинает как труп там просто так плыть. And I call, oh, Nitai! And then he pops up out of the water. Пугает меня чуть не до инфаркта, я зову, и потом он вдруг подпрыгивает там. He has no fear of the crocodile. И кричит Сарибол, крокодилы ему не страшны. Then he comes out from the water. Выходит из воды наконец. And when a milkman is milking the cows. И когда молочник начинает доить коров. Then when he looks the other way, Nitai will come and steal his milk. Пока этот молочник куда-то в другую сторону смотрит, он ворует у него ведро с молоком. And then the milkman will be looking around. Did you steal my milk? И когда этот фермер начинает смотреть по сторонам, не понимая, где было это. And then they blame me for his mischief. Винить начинает меня всегда за все, за проделки Нитянанды. He sees a young girl. He says, I will marry you. And then the girl starts crying. Then the parents come. And you have to tell them, he's another dude. Please try to understand. Ты видит маленькую девочку, он подбегает к ней, говорит, хочешь замуж за меня? Девочка начинает рыдать, сбегаются родители, опять мне достается. Мне приходится оправдываться за него, говорит, он обадут, он странный такой, не обращайте внимания. Sometimes he jumps on the back of a big bull and says, I am Mahesh. Иногда ему приходит в голову оседлать огромного быка, скакать на нем и кричать «Я Махеш!». And today he almost got me killed by two drunkards. А сегодня из-за него еще ли не лишился жизни, оказавшись там в схватке с пьяницами. Hearing all this, Advaita Acharya was laughing. Advaita Acharya, выслушивая все эти сетования Харидаса Такура. He said, I can understand it very soon. There are two drunkards, and two more drunkards, and four drunkards will be dancing together. И Адвайта Ачарья сказал, я предвижу, что уже в очень скором будущем двое пьяниц будут танцевать с другими двумя пьяницами. Адвайта Ачарья couldn't understand what was coming. Адвайта Ачарья уже все понял. If Nityananda Prabhu wants to deliver someone, then he must take it. Nityananda Prabhu принял решение спасти кого-то, кто его может остановить? So sometimes Mahaprabhu would be doing kirtan, and in the distance Jagan Madai, they could hear the kirtan. Иногда, когда Харинам Санкиртана Махапрабху шла по улицам, Джагай Мадай, откуда-то находясь неподалеку, слышали звуки киртана. And they would get up and start dancing. И начинали вставать, пританцовывать под звуки киртана там. Sometimes when Mahaprabhu was going to the Ganges to take bath, they would see him. Иногда они видели Махапрабху, когда он проходил мимо них, когда он шел принять омовение в Ганге. And they would, Jagan Madai would say, Ma, you're that singer. And они ему говорили, это ты тот певец, а? Did you sing your songs to Durga today? Come on, we want to hear. Sing some songs for Durga. А как насчет Дурги? Ты пел песни для Дурги сегодня? Нам хочется послушать что-то для Дурги. But Mahaprabhu would avoid them quickly. Махапрабху просто игнорировал их, уходил в сторону и избегал их. So one day in the evening, Nityananda was coming back and he bumped into them. Однажды вечером Нитянанда ушел один и наткнулся на Джагая Мадая. They recognized him. Они узнали его. It's him. Это он. What's your name? Как тебя зовут? Avadut. Avadut. And he wanted to speak to them because he's like a boy, very innocent. Так как он в настроении прямо детском, такого простодушия был, он как ребенок хотел поговорить с ними. Then Madai became ferocious and he took his clay pot of wine and he smashed it on the head of Nityananda and blood was dripping down his face. И Мадай как-то озверел, он схватил этот глиняный кувшин, из которого он пил вино, и ударил прямо по виску Нитянанды Прабху, и кровь потекла по лицу Нитянанды Прабху. So then he was going to hit him again. И он снова полез ударить его во второй раз. But Jagai stopped him. Но Джагай остановил брата. He said, oh, what's the benefit of beating a sannyasi if they don't have anything? Зачем ты бьешь саньяси? Прок какой смысл? У него нет ничего. In the meantime, the devotees informed Mahaprabhu and he came running there. В это время преданные уже узнали, увидели, что это происходит. Кто-то побежал доложить Махапрабху, и Махапрабху бегом прибежал туда сам. And when he saw the blood dripping from Nityananda, и когда он увидел капли крови, стекающие с лица Нитянанды Прабху, then he manifested four arm form. Махапрабху тут же проявил четырбуч форму, четыре руки. And he took his chakra to kill Jagan Madai. Тут же чакра появилась в его руке, и он готов был спустить ее на Джагая Мадая. And seeing the chakra of Mahaprabhu, they became terrified and they fell at his feet. И увидев чакру, please save us. Махапрабху, они настолько испугались, они тут же протрезвели, пали ниц, ухватились за стопы Махапрабху, стали просить прощения.
Спаси нас. It's not that serious. I don't feel any pain. Nityananda Prabhu сказал, да ничего страшного не случилось, мне совсем не больно. And what's more, this Jagai tried to save me. И Джагай вообще заступился за меня. When Mahaprabhu heard that Jagai tried to stop my day, then Mahaprabhu, he picked up Jagai and embraced him. Когда Махапрабху услышал, что Джагай заступился за его Нитянанду и не дал Мадай ударить его снова, Махапрабху тут же сам бросился лично Джагаю и обнял его. And Jagai fell on the ground. Krishna, Krishna, Krishna. He was trembling and feeling love for Krishna. И от прикосновения Махапрабху тут же Кришна прямо перешла в Джагая, и он упал на землю и стал непроизвольно повторять имена Кришны и дрожать. When Madai saw that, Мадай увидел, что происходит с его братом. Me too, me too. А мне, сказал Мадай. Mahaprabhu said, I will never give prem to you. Тебе никакой премы не дам никогда. Because you have offended my Nityananda. Ты напал на моего Нитянанду. He said, but we are like one soul. We are two brothers like one soul. Мадай стал оправдываться, но мы братья, мы как одно сердце, одна душа. We did everything together. Мы же все вместе делали. We killed people together. We robbed people together. We burned houses down. We did everything together. Мы неразлучно, мы грабили вместе, убивали, сжигали дома вместе, все вместе всегда делаем. You are Supreme Lord. I heard that the demons used to shoot arrows to you in the battlefield, but you liberated them. Ты, Верховный Господь, я слышал, как демоны пускали стрелы в твое тело во время битвы, но ты же дал им всем освобождение. He said, I can tolerate on my own body, but not on the body of my Nityananda. Махапрабху сказал, да, я готов терпеть удары стрел в свое собственное тело, но я не готов терпеть это в адрес Нитянанды. You cannot be delivered unless you receive His mercy. Ты не получишь милости от меня. Единственный твой шанс это получить Его прощение. Then Madai fell at the feet of Nityananda. Мадай припал тогда к стопам Нитянанды. And Nityananda very lovingly picked him up and embraced. Очень ласково Нитянанда поднял его и стал обнимать. And then he also started to tremble and cry, calling Krishna, Krishna. Мадай тут же почувствовал прилив Кришна премы и стал дрожать и воспевать имена Кришны. So then Mahaprabhu said, give me a tulsi leaf. Махапрабху сказал, дайте мне листик туласи. And promise that you will never sin ever again. И пообещайте, что вы больше никогда не будете грешить. And I will take all your sinful actions forever. Я сейчас заберу кармические реакции всех ваших грехов. So then Jagai Madai, they were trembling. С дрожащими руками. And they put a tulsi leaf in the hand of Mahaprabhu. Jagai Madai вложили листик туласи в ладонь Махапрабху. Jagai Madai были. Arnahi Bap, everyone say, Arnahi Bap! It means, oh Father, never again. Отец, больше никогда. And they promised to never sin again. Они поклялись, что больше никогда грешить не будут. And then Mahaprabhu said, now I will take all the sins of Jagai Madai. И Махапрабху провозгласил, сейчас я заберу на себя все грехи Джагай Мадай. And Mahaprabhu became black. И почернел вдруг. And Advaita Chara said, you look like my Madan Gopal. Advaita Chara сказал, ты выглядишь как мой Madan Gopal. Then Mahaprabhu said, all you devotees, you should do loud Harinam Sankirtan. And by the power of the Sankirtan, this shroud of sin will be lifted from me. It will go in the air. And it will enter into anyone. All the sins of Jagai Madai will immediately enter into that person who criticizes my devotees. Махапрабху повелел преданным, пойте скорее Харинам Санкиртан, и силой Харинам Санкиртана вот эта плащаница греха черная рассеется, она уйдет в Акаш, и она вселится в того, кто критикует моих преданных. And then, все грехи Джагай Мадай будут критикуют. И зазвучал громкий Харинам Санкиртан, и Шьяма Сундар преобразился и принял облик Гора Сундара снова. Actually, don't think that it was sin. Only Mahaprabhu was having this pastime to show his Madan Gopal Swarup to Advaita Acharya, and to it was symbolic. Это все было как шоу, там какие Махапрабху не брал никакие грехи на себя, он не может почернеть ни от какого количества грехов. Просто вот этой лилой он хотел явить свой сладкий облик Мадан Гопала Адвайти Ачарьи, ну и как сделать такую поучительную
выступление для вот этих двух грешников братьев. So by the mercy of Nityananda Prabhu, Jagai and Madai became pure devotees. И вот так по милости, по воле Нитянанды Прабху, Джагай и Мадай стали чистыми преданными. After some time, after the Sankirtan pastimes in Navadvip, after some time Mahaprabhu accepted the renounced order and went to Jagannath Puri. Позже, через какое-то время, после того, как Махапрабху регулярно являл Харинам Санкиртаны в Навадвипе, он принял обет монашества, саньясу и отправился в Джаганатха Пури. So on the way there, they were almost there. They came to close to a village called Kapoteshwar. И когда Нитянанда Прабху сопровождал Махапрабху в Джаганатхапуре, уже недалеко от Пури они подошли к деревне, где был расположен храм Капатешвары Махадевы. So Mahaprabhu kept his danda with Jagannanda Pandit and he went to that village to beg some alms and have darshan of Kapateshwara Mahadev. Махапрабху поручил свою данду Джагананде Пандиту, а сам отправился в деревню попросить подаяния и почтить даршан Капатешвары Махадева. So while he was gone, Nityananda took Mahaprabhu's danda. Пока Махапрабху отсутствовал, Нитянанда Прабху взял из рук Джагананды данду Махапрабху. He said, oh, bamboo stick. И заговорил с ним, бамбуковая палка. That person whom I am carrying in my heart has to carry you around? Тот, кого я ношу в моем сердце, должен носить тебя повсюду в руках. And he broke it into three parts. Сломал, threw it in the Bhagavi River. Сломал данду на три куска и бросил в Бхагави речку. So when Mahaprabhu came back, he said, "Oh, Jagannanda, where is my danda?" Когда Махапрабху вернулся, он спросил Джагананда, "Подай мне данду, где она?" You better speak to Nitai. Джагананда сказал, "Ты лучше поговори с Нитянандой." He went to Nitai. Махапрабху подошел к Нитянанде. So you were dancing and you fell on it and it broke. Спросила, где моя данда? Нитянанда сказал, ну, ты помнишь, ты же танцевал в экстазе и упал на данду, она сломалась. Нитай, tell the truth. Нитай, как насчет правды? Nityananda Prabhu said, look, it's just a wooden stick. Что правда? Это просто бамбуковая палка. And if you cannot forgive me for breaking a wooden piece of bamboo, then you can punish me. Знаешь, то есть ты готов со мной ссориться из-за какой-то бамбуковой палки и не можешь простить меня за поломку этой палки, ну накажи меня. Mahaprabhu said, my danda is the residence of all the devatas and you call it just a bamboo stick? Махапрабху просто сник, он говорит, да моя данда это обитель всех девот, а ты обзываешь мою данду палкой бамбуковой? That's it, I'm not going anywhere with you anymore. Все, я больше вообще с тобой дела иметь не буду, я не пойду никуда с тобой. Either you travel ahead and I'll be behind, or I'll go ahead and you'll be behind, but I'm not traveling with you. Пора нам разлучиться, вот ты иди вперед, и я буду идти сзади, или наоборот, я пойду вперед, ты куда-то там отлучись, я не могу больше. I renounced everything, and my only possession in the world was my danda, and now you have broken it. Я отрекся от всего в мире, единственное, что у меня было, это моя данда, и ты взял, сломал ее. Jagannanda, the other devotees, my lord, you can go ahead, we'll be there. И Jagannanda, и другие преданные, сказали, Махапрабху, да, иди. Иди вперед, мы останемся позади. Then Mahaprabhu went. And Mahaprabhu, when he arrived at Atarnala Bridge, the 18 arches, from there he could see the chakra on the top of the Jagannath Temple, and he began to run, and he ran all the way to the Jagannath Temple. Из-за этого Махапрабху тогда ушел вперед, преданные шли поодаль позади, и поэтому, когда Махапрабху дошел до моста Таранала, 18-аркового моста, оттуда он увидел чакру на верхушке храма Господа Джаганнатха и бросился бежать туда прямо к храму и бежал туда в алтарную. So, why did Nityananda do this? Почему Нитянанда Прабху так поступил? First of all, Mahaprabhu received sannyas according to the vidya of Shankaracharya. So, those sannyasis, they have ekadanda, only one piece of bamboo. But Vaishnavas have three dandas, so he made his ekadanda into three dandas. Первая причина, по которой Нитянанда Прабху сломал данду Махапрабху, что Махапрабху получил саньясу в традиции Шанкарачари, экаданда саньясу, то есть одна бамбуковая палец. А Вайшнавы, они три данди саньясу, не три бамбуковые палочки в одной данди, поэтому он сделал три из одной. Because Майявади say everything is one. Майявади утверждает, что все едино. But we say that
Brahma, Jeev and Jagat, there is eternal difference. А мы верим в то, что Брахма, Джива и Джагат. God, the soul and the world are separate things. Что это три отдельных реальности: вечный Бог, мир материальный, материальная энергия и Джива. Also, душа. The when sannyas has four stages: Kuchichak, Bahudak, Hamsa and Paravacharya and Paramahamsa. So in the fourth stage, sannyasi does not carry the danda. So the terrible thing, Mahaprabhu is the beyond. He is the worshipable by all the Paramahamsas even. Why does he have to carry this? И также существуют четыре степени зрения сannyasi, и Paramahamsa sannyasi это высший уже ранг sannyasi. Он нет необходимости носить данду, он уже не носит данду с собой. А Нитянанда Прабху думал, Махапрабху, он выше любых парамахан, саньяси, с какой стати он будет носить в руках вот эту палку? So, Нитянанда Махапрабху, they arrived in Puri, and after some time, when the, after Махапрабху came back from South India, and Ratriyatra Chaturmasi went on, then Махапрабху told the devotees, Нитянанда Махапрабху and others who had come from Bengal, you should go back to Bengal and preach. И Нитянанда Прабху прибыл с преданными, которые сопровождали Махапрабху в Джаганнатхапуре. Позже Махапрабху отправился странствовать по Южной Индии, когда он вернулся после первого праздника Ратхаятры. Он сказал всем преданным, и в частности Нитянанде Прабху, возвращайтесь в Бенгал, проповедуйте там. So then Nityananda was traveling all over Bengal and Bangladesh. И тогда Нитянанда Прабху начал странствовать по Бангладешу, по Бенгалу, там проповедовать повсюду. He came to Saptagram. Он прибыл в деревню Саптаграм. There was a very wealthy Suvarnavani community. И там была община торговцев золотом, очень состоятельная община. So he used to stay in Chinchura, the house of Udharan Thakur. И он поселился в Чинчуре, жил в доме Ударан Такура. Who was one of the 12 Dwadash Gopals. А Ударан Такур был одним из 12 Dwadash Gopals, пастушков из Кришналил. Субаху Гопал. Субаху Гопал. So Nityananda Prabhu collected his associates, the 12 famous coward boys from Goloka Vrindavan. То есть Махапрабху, Нитянанда Прабху собрал свою команду, а это были все Dwadash Gopals, 12 пастушков. And the Suvarnavani community, they just covered him in gold and jewels. Pearls and diamonds and gold and rings and bangles and stick and everything. То есть это были торговцы золотом и ювелирными изделиями, и они стали просто осыпать его с ног до головы в буквальном смысле всякими украшениями, жемчугом, там бриллиантами, золотом, браслетами, коронами, ожерельями, просто нарядили его. It was a pretext for him manifesting his divine transcendental opulence. То есть это был предлог того, что Нитянанда Прабху явил в этом мире вот свою айшварию. And everywhere he went, he made everyone, thousands and thousands of people dance. И куда бы он ни отправился, повсюду он побуждал огромные толпы, тысячи, тысячи людей танцевать. Kirtan non-stop for weeks and weeks with no stop, day and night. У Нитянанды Прабху Киртан шел вообще в буквальном смысле там нон-стоп, 24 часа в сутки, там неделями. Children would run out of their house and follow his Kirtan party and never be seen again. Дети выбегали вслед из домов, когда мимо шел Киртан, и больше их уже родители в жизни не видели. Everyone wanted to have his darshan as he was dancing in the Kirtan. They were climbing on the walls and on the roofs of houses. Но всем хотелось увидеть самого Нитянанду Прабху, когда он танцевал в экстазе в Киртане, поэтому все карабкались на деревья, на крыши домов, на стены. People were dancing in the trees. Люди танцевали на ветках деревьев. Even on small branches that couldn't hold a bird, they were dancing. Даже на крошечных веточках, которым было бы не под силу даже держать вес, тяжесть птички, каким-то чудесным образом танцевали люди. In this way, Nityananda Prabhu was just unleashing the flood of Krishna prema. То есть он открыл, Нитянанда Прабху открыл просто дамбу Кришна премы и спустил на всех. Према баня лоя нита. Thank you.
was a big dam. Была огромная дамба. And behind the dam is a dambe. It was holding back an ocean of prey. Находился эта дамба сдерживала целый океан премы. So then Nityananda had an idea. Nityananda Prabhu пришла в голову одна идея. He took his plow. Взял свой плуг. And from the dam he began to dig, cut a channel. И стал вырывать канал, ведущий от этой дамбы. And this channel went to the front door of someone's house. Стал рыть ров, ведущий от дамбы, и подвел этот ров к дому, чему-то. And then he cut another channel going to someone else, and he cut channels going to everyone's house. И прорыл множество ров таких, которые вели к домам разных людей. So then when his civil engineering project was ready. То есть когда эта гражданская его инженерская задумка была осуществлена. Then he came and with his lotus foot he kicked the dam. Своей лотосной стопой он пихнул по этой дамбе и разбил, сломал эту дамбу. And the tidal wave of praying came through and filling all the grooves and it washed straight into everyone's front door of everyone's house. И огромная волна цунами прямо она понеслась сквозь эту дамбу и по этим ровчикам стала расходиться. К домам всех этих людей. Дубило Бхаката Гана Динина Баши. And all the Бхакатас, that means the devotees, they drowned in it. Преданные тоже утонули. They were sinking to the bottom, but there's no bottom. Просто ко дну пошли сразу, но дна не было, они просто шли там вниз, вниз, туда тонули. And the Патитан Памар, that means the wretched sinful persons, they were just floating on the surface. But they were also there, floating on the surface. Самые падшие негодные, они тоже оказались в потоке этой волны, но они там на поверхности болтыхались, они все равно не шли. This is Nityananda's mercy. Вот это милость Нитянанды. Even though those sinful, wretched persons, they never asked for it. Что удивительно, вот эти грешники никогда не просили об этом его. But he gave them a praying that even Lord Brahma and Shiva are begging for. Brahma and Shiva are begging and they don't have it. And the wretched, useless people of Kali Yuga, they never asked for it, but Nityananda gave. То есть вот удивительно, вот эти падшие, отвратительные грешники Кали Юги никогда не просили его вообще милости. Ничего не хотели от него, а он дал им ту прему, о которой молят его и Брахма, и Шива, а он им ничего не дает. This is the mercy of Nityananda. Вот это поразительный вот этот парадокс Нитянанды Прабху, вот его милости. One day, he was covered in all his jewels. Однажды, одетый во все свои великолепные эти украшения, and one thief thought, он был замечен одним вором. If I could get these jewels, then I'll be rich. I won't have to work for my whole life, and also my children and grandchildren. Когда один вор заметил вот эти украшения Нитянанды Прабху, он подумал: Боже, тут такое баснословное сокровище. Если я смогу забрать себе вот эти украшения, то уже ни мне, ни моим детям, ни внукам, ни правнукам работать не придется. But he's surrounded by so many people. Он думал: ну как подобраться к этому Нитянанде Прабху? Он всегда находится в окружении стольких людей. So Nityananda was in the heart of everyone. Ну так как Нитянанда в сердце каждого. He said, I want to go to a solitary place. Он огласил: я хочу побыть в уединении. Just a few people. Я хочу куда-то на ретрит поехать. В уединенное место, в домик там Хиранья Пандита. So he came out of the town, and in a solitary place in the forest there was a house of one Hiranya Pandita with a few associates. И он сказал: хочу побыть там в уединении, нескольких преданных с собой, всего лишь буду там вдали, в глуши поживу, в деревушке. То есть насколько он милостив, исполняет желания всех. So this thief, he was leader of a gang. Вор это был главой шайки, лейки был. He went to his gang, he said, I found a very good job for us. Он вернулся к своей банде, вы знаете, я такое классное дело для нас нашел. After this we can retire. После этого все уходим на пенсию. This will be our last job. Последнее. So much wealth. Мы так разбогатеем с этой миссией, что все уходим в отставку после. He's staying outside the town in the house of Hiranya Pandit. Let's go there and we'll steal everything. Добыча легкая. Он сейчас поселился в доме там в глуши, в доме Хиранья Пандита. Мы сейчас туда отправимся, все там приберем к рукам и. So they got all their knives, their swords, their weapons. Они вооружили, взяли свои там кинжалы, сабли, там ножи. And late at night in the dark they came. Ночью отправились туда к дому Хиранья Пандита.
So then the leader said, "You wait here, I'll go and spy and see what they're doing." Прокрались к дождю, сказал там, оставайтесь тут, сидите тихо, я сейчас пойду в разведку, выведу, что там происходит. So he went to the house. Пошел ближе к дому. And what were they doing? И чем все были заняты? Hare Krishna, Hare Krishna. Spy came back. He said, "Now they're still doing it." Разведчик вернулся, говорит, опять поет свой киртан. If we wait, then they'll take Mahaprasadam, and then they'll lie down and go to sleep. And when they're sleeping, we'll attack. Я знаю, по расписанию они сейчас допоют, будут слушать Махапрасад, потом пойдут на отдых, и вот тогда настанет время там все украсть. So they were waiting. Давайте, ребята, нам немножко подождать надо. And they all fell asleep. Они ждали, и сморило их ко сну, все заснули. In the morning they could feel the sun shining on their face and the crows. Утром проснулись от того, что солнце уже светило на их лица ярко, и там вороны каркали рядом. And they woke up. And they began arguing with each other. You fell asleep first. Они проснулись и тут же начали ссориться, обвинять друг друга. Ты первый заснул. Да нет, ты. Another said, "I could not sleep so much because you were snoring." Да, я вообще не спала из-за твоего храпа. They were all arguing with each other. И стали ругаться. Then the leader said, "Look, let's just stop fighting." И босс сказал, хватит ссориться, толк какой. Проспали. We were not successful because we tried to do it without getting blessings first from our goddess Durga. Я вам объясню, почему миссия провалилась наша. Потому что мы побежали туда в спешке грабить его, но забыли помолиться нашей богине Дурге. How can we be successful without the blessings of Ma Devi? Как мы можем быть успешными в этом деле важном, если нас не благословила Махадеви? So we should prepare some Mahaprasad for her, some meat and some alcohol. And we'll do a puja to her, and she'll be very satisfied. And tomorrow we'll be successful. Сначала надо нашу богиню покормить, надо мяса ей дать, венца. Она благословит нас, покушает хорошо, и завтра все у нас вечером получится. So they killed some animals, offered them to Durga, gave some alcohol, and then they drank it. They went to sleep. Они там пошли на охоту, убили животных, там разделали туши, там предложили Дурге, налили вина. Там послужили Дурге и легли спать. Then the next day they thought, "Oh, tonight will be successful, because now we have the blessings of Durga." На следующий день они были воодушевлены, полны уверенности, потому что они знали, что теперь они будут успешны, так как они почтили свою богиню. So they came with their weapons again and surrounded the house. Снова ночью, ближе к вечеру, прокрались к дому, окружили дом, вооруженные до зубов. But when they got there were guards marching up and down on all four sides of the house. Но когда они приблизились к дому, они увидели там стражников, которые обходили по периметру весь дом. С каждого края дома стояли стражники. And these guards were huge. И странные стражники огромные. And they had very dark, bluish complexions. И цвет тела был странным таким цветом темно-синего. They had shining tilak. У них были сияющие тилаки. And they were marching up and down, saying, "Hari, Hari, Hari." И они ходили там, обходили дом и повторяли, "Hari, Hari, Hari, Hari." One of the thieves said, "They're like giants." Один из этих воришек сказал, какие-то гиганты. Only one of them could kill us all by himself. Один из них нас всех может раскрошить. We cannot fight with them. Нам не под силу с ними сражаться. Another one said, "They look very mystical." Другой сказал, они как-то странно, удивительно, волшебно выглядят. You know, maybe it's some magic power of this Nityananda. Может, какой-то магический гипноз этого Нитянанды. Everyone calls him Gosai. Все его Госаем называют. So maybe he has some mystic power. Может, у него какая-то мистическая сила все-таки есть. The leader said, no, that's not true. Главарь сказал, да хватит чушь нести. Some famous dignitary, a wealthy person, is probably visiting the house, and these are his bodyguards. After the visit, he'll leave, and the guards will go with him. Ну, VIP к нему в гости приехал там за благословениями со своими этими security. Завтра уедет, заберет с собой security, и все нам достанется. Let's go, we'll come back tomorrow. Ну, пойдемте, поспим, завтра вернемся. So they went away. И снова они отступили. The next day they took their weapons. Опять на следующий день снова вооружились и пришли туда. And they waited till it was very dark and very late.
И ждали уже, когда наступит тьма. Then the leader said, now let's go and get the jewels. И главарь сказал, теперь нападаем. Mm-hmm. So as they were running towards the house, и они стали штурмовать дом. Suddenly they all became blind. И они бросились бежать в дом, и мгновенно все одновременно ослепли. They couldn't see where they were going. Вообще уже не видели, куда они бегут. One of them fell into a ditch. Кто-то тоже в яму свалился. And he was eaten by so many mosquitoes and leeches, sucking his blood. И там на него пиявки напали, комары. Another one fell in the trash heap. Кто-то упал там в эту навозную какую-то мусорную яму. And he was bitten by so many scorpions. В него тут же впились скорпионы. He was screaming. Он стал бежать. Another one fell in the thorn bush. Кто-то просто в какие-то шипы, в кустарник. So now they were blind and they were screaming and they were suffering so much. То есть уже слепые были, кто-то их кусал, там царапал. And then suddenly, there was a thunderstorm. И вдруг еще ливень начался. And the very freezing cold wind was blowing. Подул ледяной ветер. And hailstones came from the sky. И начался град вообще. I don't know if you've been in a hailstorm in India. Я не знаю, если кто-то из вас был в Индии во время того исторического града. All the windows are smashed. Где все окна были разбиты. All the cars, windscreens, everything smashed. Все машины, все было разбито. So huge lumps of ice were coming down from the sky and pummeling them. То есть вот эти куски льда с размером с теннисные мячики стали падать и просто бить им об голову. And they all felt, I'm gonna die, I'm gonna die. Это были там какие-то уже муки, жуткие агонии предсмертные у них. Then the leader of the robbers, as he was suffering, he said, oh. И главарь уже так, он уже так смиренно стал. It must be that Nityananda. Он уже что-то так проникся каким-то чувством, говорит, это, наверное, тот Нитянанда. He's not an ordinary person. Он же явно необычный. He must be the Supreme Lord. Он, наверное, Верховный Господь. And the moment he thought in this way, как только он подумал это, it stopped showering the hailstones. Град прекратился. And the eyes came back. Зрение восстановилось вдруг. So at once, that thief, he got up and marched straight into the house where Nityananda was sitting with his associates and gave Dandavat Pranam at his feet. И тут же этот главарь, он бросился бежать к дому, забежал туда, там сидел Нитянанда Прабху в кругу нескольких преданных, и он пал ниц на землю перед ним. He said, oh my Lord, please forgive me, I surrender to you. И стал молиться, Господь, я сдаюсь тебе, я предаюсь, прости меня, пожалуйста. The other devotees, they were wary, it's a trick. Преданные очень подозрительно, осторожно отнеслись к этому появлению, они подумали, что-то тут неладно. Nityananda said, oh, tell me what happened. Думали, это какой-то подвох. А Нитянанда Прабху очень ласково сказал, расскажи мне, что случилось. He told the whole story. И главарь поведал всю свою задумку, всю историю. I wanted to steal from you. Я хотел украсть твои украшения. But on the first night we all fell asleep. В первую ночь мы заснули. On the second night we saw guards of Vaikuntha. Во вторую ночь мы увидели стражников Вайкунтхи. And today we all became blind and we were suffering from the torments of the elements. А сегодня мы так отстрадались, и ослепли, и нас там искусали, и поцарапали, и стихийные бедствия там нас наказывали. But the moment I remembered your lotus feet and surrendered to you, all the suffering disappeared. Но как только я подумал о твоих лотосных стопах и в уме предался тебе, тут же все страдания отступили. So I know that you are the Supreme Lord. И я знаю, что ты Верховный Господь. I am very fallen and I am a great offender. Я падший, я грешник, оскорбитель. So you can punish me. Ты можешь наказать меня по заслугам. As you want. Как тебе заблагорассудится? Nityananda said, no. I am blessing you. Нитянанда Прабху сказал, наказывать я тебя не буду. Я тебя вместо этого благословлю. Don't sin again. Больше не греши. And always chant the holy name of Krishna. Всегда воспевай имена Кришны. So then that dacoit, his heart became filled with love. Этот разбойник вдруг почувствовал любовь к Кришне в сердце. And he said, oh my Lord, now please give me permission to leave. Он сказал, Господь, позволь мне теперь откланяться. Because I don't want to stay in this body with which I have committed so many sins and offenses. Я не хочу оставаться в этой плоти, в которой я совершил столько преступлений и грехов. I will go now and give up my life in the Ganges. Я хочу расстаться с жизнью сейчас в Ганге.
But Nityananda told him no. Nityananda Prabhu сказал ни в коем случае. You are my servant, lifetime after lifetime. Ты мой слуга из жизни в жизнь. You should do Харинам Санкиртан everywhere. Я тебе говорю, отправляйся повсюду, пой Харинам Санкиртан. You should go back to your gang of criminals. Вернись к своей этой банде. And tell them the glories of Krishna and the holy name. Расскажи им о славе Кришны и его святых имен. And then your criminal gang, they can go everywhere and meet all the other criminal gangs also. И потом твои вот эти друзья, они могут отправиться и другим преступникам проповедовать о Кришне. Nityananda Prabhu blessed him with Krishna praying. And he and his gang of criminals, they went here and there to all the mafia and gundas everywhere and gave Krishna praying. If Nityananda Prabhu благословил этого преступника, главаря шайки, он дал ему Кришна прему, и тогда вместе с другими преступниками своими они проповедовали всем там мафиозам, всем другим бандитам во всему региону, рассказывали о Кришне и пели киртан. So this is the power of the mercy of Nityananda. Это мощь милости Нитянанды Прабху. You see, Gaura Lila is more merciful than Krishna. Видите, Гора Лила гораздо милостивее, чем Кришна Лила. Vacham vacharkam ityudait bhavato nama srupa dvayam purvasmat paramaya antakarnam tatrapi janimahi yastastin vita parara vivaha prani samantach bhavet asya nidam upasasopi sadanam dambu domaj jati. Just as Krishna and his name are non-different, but name is more merciful than Krishna. So in the same way, Gaura Lila and Krishna Lila is non-different, but Gaura Lila is more merciful. Подобно тому, как имя Кришны и сам Кришна не отличны, кроме одного отличия, что его имя милостивее, чем сам Кришна, Гора и Кришна Лила тоже также не отличны, кроме того, что Гора Лила милостивее, чем Кришна Лила. You know that in Krishna Lila, baby Krishna, he broke one pot of Mother Yashoda and she tied him up. Krishna Lili, маленький Кришна разбил всего лишь один кувшин с йогуртом, и мама Яшода связала его за это. But baby Nimai took a stick and smashed every pot in the kitchen. And Satyavrata did not even punish him. Маленький Нимай взял палку, разбил вообще там все на кухне, все, что там было, но мама Шачи не наказывала его совсем. You know, in Krishna Lila, Balaram was on Parikrama pilgrimage, Chaitanyatra. В Кришна Лилах Баларам отправился в паломничество. When he came to Наймишаранья, all the rishis stood up, but Рома Харшан Сута, he sat on the Vyasa and he did not stand up. Когда он дошел до леса Наймишаранья, все мудрецы, находящиеся там в ассамблее, они тут же встали поприветствовать Баларама, кроме Рома Харшан Суты, который сидел на асане, и он решил не вставать. So just when not respecting Balaram Prabhu properly, then Balaram Prabhu took some kush grass and killed him straight away. И Баларам, увидев это неуважение в свой адрес, даже такое незначительное неуважение, он тут же взял травинку куш, ткнул Рома Харшан Суту и убил его. Also, once Balaram was playing chess. Однажды Баларам играл в шахматы. With Rukmini's brother Rukmi. С братом Rukmini Rukmi. And Rukmi was cheating in the chess game, and Balaram just took his club and killed him. А Rukmi все время обманывал во время игры, и Балараму это надоело, он взял свою булаву и просто убил. So if you try to cheat Balaram, if you disrespect Balaram, he'll kill you. But that same Balaram in Gaura Lila, even being smashed on the head, and he wants to give Krishna. То есть как Баларам ведет себя в Кришна Лила, если вы там обманываете его, или нечестно с ним играете, или не уважаете, он тут же убивает вас. А этот же Баларам Гора Лила, насколько же он удивительно милостив и снисходителен ко всем. So Gora Lila is more merciful than Krishna Lila, and all the mercy of Gora Chandra is embodied in Nityananda Swarup. То есть Гора Лила гораздо милостивее Кришна Лил, и вся милость Гора Чандры, она находится в Нитянанде Прабху, на олицетворение всей милости Гора Чандры. So, Balat Samsaram Bodhi Niharan Kumbud Bhavanoho Satham Sindunnati Kumut Bandham Samuditam Kalasrinis Purjakti Niraha Suryam Prabhamaham Bhajanityanandam Bhajanatru Kandam Niravati. Srila Vrindavan Das Thakur said that Srila Vrindavan Das Thakur говорит, perhaps you know there was a rishi named Agastya Muni. Может вы слышали про мудреца Агастью Муни? And by his mystic power, really the power of the holy name, he drank the seven oceans of the world like a drop of achaman water in the palm of his hand.
Агастья. Он Качалайнама. Агастья Мони своей силой, на самом деле силой святого имени, он выпил, как будто бы из ладошки капельку воды, он выпил все семь океанов. So he's saying that Balat Samsaram Bodhiniyar and Kumban Paramaho, that Nityanandapu is the Agastya Muni who very easily takes away the ocean of material existence from a person's life as easy as taking one sip of achan. И он говорит, подобно Агастья Муни, Нитинанда Прабху одним глоточком, как будто бы один глоточек ачимана, он выпивает океан материального существования человека. In a moment he can remove the covering of Maya. То есть за пелену Майя может убрать за одно мгновение. Садам сурья, сатам сурья, синдуннати кумадабандум самадитам. And just as the moon rises and causes the ocean to swell, Nityanandapu makes the ocean of good fortune of the devotees swell up. И подобно тому, когда луна вызывает приливы, и океан выходит из берегов, вот эта луна милости Нитянанды Прабху вызывает приливы милости в жизни преданных. Kalasrini is projecting mira harasuram prabhamham. And there are wicked persons who they spread the darkness of atheism, mayavad, materialism, and all types of material ideas. Nityanandapu is like the sun that dispels the darkness made by the materialistic rascals. А есть много негодяев, которые пропагандируют атеизм и мирской образ жизни, там чувственное наслаждение. Нитянанда Прабху подобно солнцу, вот эту скверну, распространяемую этими негодяями, тут же уничтожает. Баджанитянандам баджанатарукандам неравади. So I worship Nityanandapu, whose lotus feet are the root of the tree of bhajan. If a tree has no root, then it cannot grow. So in the same way, without worshipping Nityananda Prabhu, our bhajan cannot grow. И я поклоняюсь этому Нитянанде Прабху, чьи стопы являются корнем дерева бхаджана. То есть дерево не может расти без корней. И то есть наш бхаджан не вырастет, то есть не созреет без корней. А корни — это то, что мы должны почитать Нитянанду Прабху регулярно. Yathaistam brebrata kuru hari hari dwana manisham tadova samsaram bodhi taranadhyo mailagat idam bahu spota atachi ratiyanya pratigraham bhajanityanandam bhajanatru kandam niravadi. Vrindavanas Thakur is saying, Nityanandapu, he would do kirtan with thousands of people. Vrindavanas Thakur описывает, что в киртанах Махапрабху, Нитянанда Махапрабху участвовали тысячи людей. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Обращался к этой огромной толпе, говорит, слушайте меня все. I'm making a sankalpa. Я даю обет. Sankalpa means a vow. That means you have to make a vow, you have to take water in your hand and then you make the vow and drop the water on the ground. Там вы даете клятву, делаете обет, то надо набрать в ладонь воды и потом сбросить ее на землю. And who would say? Нитянанда Прабху говорит. Your taste on rave, oh brothers, enough! Братья, да хватит уже! Enough! Хватит! Enough of suffering in this material world. Хватит страдать в этом материальном мире. Enough of the endless cycle of birth and death and misery. Хватит этой вечной самсары, этого цикла перевоплощения. I am making a vow. Я даю обещание. That if any of you will constantly chant the name of Krishna. Что если любой из вас будет постоянно воспевать имена Кришны. Or even just once you chant the name of Krishna with faith. Или хотя бы один раз с верой вы произнесете имя Кришны. Or even without faith. Ну, даже без веры. But once somehow you chant the name of Krishna. Хоть один раз вы скажете имя Кришны. Then I'm taking a vow. То я даю клятву. That I will deliver you from the ocean of material existence. Я спасу вас из океана материального существования. I am taking responsibility
for this. Я беру на себя ответственность за это. So if you are chanting and you are not delivered from this world and go to Goloka Vrindavan, you can come and complain to me. Поэтому because I am taking full responsibility for this. Он сказал, я гарантор этого обещания, если вы воспеваете и не попадаете на Голоку Вриндаван, если есть жалобы, вы можете их выражать лично мне. Что не мне, ведь она не So, Atya P.S. Leila Karigora Rai, Kon Kon Bhagyavani, Dekhi Bhara Bhai. Don't think that this Leela is not going on today. Не думайте, что эта Лила когда-то там закончилась, что-то она не происходит прямо сейчас. Vrindavana Thakura said this Leela is going on today even. Vrindavana Thakura уверяет, что эта Лила она происходит и сегодня, Now, в сей день, прямо сейчас. And those who are fortunate, they can see it. Удачливые могут увидеть эту Лилу. So if you are fortunate, you will see it now in Gora. Если вы удачливы сейчас во время Гора Арати, вы узреете эту Лилу. Thank you.
Let it go down. Because it's feeding back. Little down. It's feeding back. Go. Oh,
Govinda, Govinda, Gopala.
Pavlikyo, Vaiskavibhyo Namo.